пристыкнуть. На всякий случай. В прошлый раз были хуманы, насколько я помню, вчера. Причем... Причем я не помню... А, я выиграл. Там было два архмага. И поэтому маскастеры... Танки... А, и снова хуманы. Да. Но другая будет ситуация, потому что ну, насколько вероятно, что выпадает архмаг, правильно? Маловероятно, учитывая полтора десятка, ой, 2,5 десятка героев. Это событие достаточно... Хорошо, я готов. Хорошо. В него слабо верится. Да. Респ, хороший респ. Один из двух-трех лучших. Я готов. Ну, я пошел. То есть у меня соседи не должны быть агрессивные. Хорошо. У одного там сверху база, у другого снизу база. И в результате я как бы остаюсь... Ну, моя хата с краю получается. Я готов. Ничего не знаю. Чего? Ну, я да, пошел. Господи. Опять работа. Обязательно третью-четвертую ферму надо поставить в проходах, чего? Чтобы видеть. Крепить, скорее всего, будем вот этих пацанов, потому что их проще закрепить. Опять работа. Хорошо. Заказываем героя. Постройте ферму. Поближе микрофон нужен. Я готов. Готово. И в прошлый раз, как только выпал вторым героем Архмаг, ну, третьему Архмагу я не так был рад, конечно, но, ну да ладно. Сразу решил, что да ну его, этих петухов, да. Будем чего? Играть опять в кастеров. Построить и, в общем-то, зашло. Хорошо. Зашло, да. Вы знаете, угу. Неплохо хорошо. Так зашло. Угу. Как скажете. Чего? Да. Там... Несколько элементалей, там 4 элементаля третьего левела с пирсинг атакой. Они воздуху многое тоже объясняют. Так точно. Жду приказания, ваш броди. Под инерфайром, под лечением, если воздух еще под слоу. И только кастеры. Ой, только мортиры. О, Дима! Димка первым. Будь я проклят. Даже не знаю, наверное, моноберн все-таки надо ему взять. Быстрее! Опять работа. Хорошо. Ну, я пошел. Сейчас, так, здесь ферму пилим. Хорошо. Этого пилим. Димка же еще танки великолепные. Да, ваш броди. Мы должны действовать. Просто замечательные. Ну, не то чтобы им прям нужно все. Когти плюс 9 выпадают, тоже неплохо. Но я сейчас пока не буду лезть сильно в атаку, потому что, во-первых, у меня нет магазина, во-вторых... Во-вторых, лес не подкопился под ну, нужное количество ну, под. Да, ваш броди. Да, господин. Так, давай там лавку здесь поставим. Опять рабочих возьмем. Приказывай. Моноберн. Готово. Беги или сражайся. Так, есть ну, мясы. Чего? Ставить базу я буду лучше сверху, потому что... Да, ваш да. Потому что... Опять работа. Должен закрепить, в общем-то. Этих пока трогать не буду. Они своеобразным еще тормозом будут служить для врага, если он начнет атаковать. Здесь главное сильно не наполучать, опять же. Дима уже практически сверх меры получил. Пара рабов в критическом состоянии. Хорошо. Приказывай. Опять работа. Чего? Опять работа. Настал. Да, ваш дядька. Что прикажете? Готово. Мы должны действовать. Тельталасские сапоги. Ну, это топич просто. Просто топич, пацаны. Там еще Tom of Experience может выпасть для совсем топича. Ну, я пошел. Делаю вышку. Потом вот так вот. Приказывай. Пару... Свитков беру. Час настал. Вообще великолепные девайсы. Но урон просто диким. Да, господи. Подходим здесь, делаем магическую вышку. Лечимся и футами, и этими, и рабочими.
Вопрос заключается в следующем. Строить ли мне следующую базу? Или форсировать грейд на Т2? Вопрос, конечно, интересный. Наверное, все-таки стоит поставить, учитывая то, что противники не агрессивные. Хотя, учитывая то, что у меня слотов уже нет. Мой клинок жаждет крови. Дима пусть танкует. Быстрее. Дима хорошо танкует. Приказывай. Да и урон он наносит, тоже будь здоров. Надо тогда поставить... О, жезл молнии. Ерунда какая. А, есть эксп. Мы должны действовать. Я готов. Возьму 4 рабов сюда. Чтобы без жести. Ламбермил поставлю, потому что скоро не будет хватать лесом. Ой, подождите, не-не-не-не-не. Тут у нас ССА пришел. Я готов. Чего? Быстрее. Как пришел, так и ушел, в общем-то. Хорошо. Ну что ж, это меня устраивает. Пойду тогда еще разок попробуем. Только закажу грейд на Т2. Я готов. Приказывай. Да. Андед под боком. Ну, будет, не скучно будет, понимаете? Чего? Вот это я точно могу сказать. Что будет не скучным. Здесь попроще будет уже крепиться. Потому что и Дима повзрослеет, ему экспириенс выпадает. И футменов поболим. Дима 4 уже. Юзает сразу. Еще кельталаские сапоги. Какой сумасшедший у него дамаг. Какой сумасшедший. Я рабочего потратил. Потерял, точнее. Так, что еще хотелось бы сделать? Хотелось бы огородиться здесь фермами, учитывая то, что рядышком морг. Хотелось бы сделать еще одну вышку. Хотелось бы закупить пару свитков лечения. Сделать дефенс, пожалуй. Ну, чтобы можно было этих футов более эффективно использовать. Опять работа. Готово. Хорошо. Так, тут база пошла. Ну, я пошел. Вижу, что не хватает леса, но вроде как работаем мы в этом направлении. Я готов. Мы должны действовать. Давай. Все, поехали. Нужно побыстрее второго героя, потому что девайсы вообще полные. И тут... понятно, он закрепил эту точку. Давай вниз тогда. Блэксмит с троем по лесу много не требует, но для хавков пригодится. А, графон слабый, да, точно. Графон же действительно слабый. Что, хочешь посражаться? Ну давай посражаемся. Дима за Нагой. Правда, у Наги маны нет. Ну как он месит, а? Как он месит? Просто орел. Сейчас я парочку рабов, ой, в смысле футменов сюда отправлю. Мы должны действовать. Банишь? Not bad. Да, ваш броди. Тут half bread. Стройка завершена. Быстрее. Беру следующего героя, заказываю грейд на следующий тир. Да, тут футмен. Готово. Не рубком. Да, ваш броди. Да, но это не так просто. Как скажете. Ура! Да, ваш броди. Приказывай. Может быть, и зря я полез. Чего? Надо было крепиться и все. Крови. Сделаю бёрн. Да, ваш сельство. Мы должны действовать. Приказывай. Да, господин, готово. Да. Угу. Мой клинок жаждет. Вот мэны работают. Две наги. Неплохо, неплохо. Быстрее. Или это иллюзия? Это иллюзия. Архмаг. Так и все. Да, господин. Опять работает. Приказывай. Делаю парочку. Парочку кастерниц. Да какую парочку? Да, делай три кастерницы. Хорошо. Ну, сейчас пойдет жара. Да, ваш броди.
Нужна моя помощь? Ой, Архмаг, Архмаг, Архмагушка, ну, почему? Ну, приказывайте. Маленький, беги. Превосходно. Как же ему плохо, так. Как же ему плохо, вы бы... Настал. Вы бы знали. Нужна моя помощь? Ну же, приказывайте. Так, на нас напали. Вообще плохо, Архмагом. Быстрее. Ну, я теряю Архмага, он в любом случае как бы... Не очень. Я вот еще допустил одну ошибку, и Архмагом... Ой, надо валить отсюда. Короче, я Архмагом не прокачал ауру первой. Почему так? Непонятно. Как скажете? Что прикажете? Быстрее! Да, ваш вроде. Как скажете? Да, ваше сельство! Ошибка. Час настал. Я попробую еще кого-то подкрепить. Воскрешаю Эмма. Это же все из мелочей закреплены. Делаю пока престов 40. Так, а может мне сразу воркшопы запилить? Ну а чего? В конце концов. Один раз живем. Как мне воздух-то контрить? И тут закреплены. Вот зря я пошел к этому андеду. Единственное, чего добился, и тут закреплено. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы должны действовать к вашим услугам. Так, ну, делаются присты потихоньку. Я делаю, закупаю АЭМа. Пытаюсь найти еще кого можно подкрепить. Обязательно нужно дожить, по крайней мере, до второго левела АЭМа. Делаю пару сорочек еще. Это вот так вот. Мы должны действовать. Дело в том, что я тут не крепану. Понимаете, не крепану я эту точку. Чем я могу? С текущей армией. Тебе нужна моя помощь. Слово работать не будет. Но надо. Ну же, приказывай. В чем проблема? Будет исполнено. На Димку одна надежда. Чем я могу помочь? А как иначе? Мне подвластно. Что вам угодно? Неплохая мысль. Ну, если давай, давай, давай. Приказывай. Книга опыта, отлично, то, что нужно. Козел. Самоны, наверное, да? Ну да. В общем, будем делать просто масс самонов. Может быть, сделаем несколько брейкеров. Раз уж мне нечем воевать. Не хватает. Как не хватает? Ну как не хватает? Надо было энтов брать. Ой, тут подходит. Не так быстро, котик. Подходит андед. Чем я могу помочь? Тебе нужна. Очень наглый андед, надо сказать. Чем я могу помочь? Ну же, а чего я не пойду его не убью? Такой вопрос. Не хватает. Ну а чего вот? Не так быстро, котик. Работаем. Это ну дело. Же, приказывай. Природа не знает усталость. Нужна моя помощь. Должны действовать. Да, брейкеров не хватает. Исследование завершено. В чем проблема? Час настал. Тебе нужна моя помощь? Ну же, приказ. А вот и брейкеры. Ну, что там? Можно Берн еще. Час настал. Не будет моей. Его добро. Приказывай. Тебе нужна моя помощь? Сейчас придут прист... О, как вовремя. Что вам угодно? Ну, если ты настаиваешь. Лечимся. Точку сбора делаем. Innerfire. Innerfire у нас с вами скоро появится. Огненный плащ Диме. Реген. Огненный плащ. Поехали наверх. Тебе надо. Давайте-ка этих рабочих чуть ниже сделаем. Так быстро, котик. Чего хочешь? Надо еще несколько брейкеров сделать. Так быстро, да, не хватает просто. Чего просто не хватает, вы знаете. Завершено. Чисто по-человечески нифига себе тут. Тебе нужна моя помощь? Уже все закрепили. Приказывай. Чего хочешь? Проходим за шредером. Чем я могу помочь? В чем проблема? Тоже закрепили. Шредеры взяли. Чего хочешь? Мы должны действовать. Вот так тебе вот, только вот здесь не закрепили. Не так быстро, котик. Чего хочешь, зайка? Давай-ка Innerfire накидаем сначала. Быстрее. Тебе нужна моя помощь? Да, мой друг. В чем проблема? Тебе нужна моя помощь? На что жалуюсь? Мудрость уже ливает. Приказывай.
Еще семь. Естественно. Исследование завершено. Чего хочешь, Зайк? Книголовкости плюс два. Я регенчик пропью, чтобы сапоги купить быстрее. Тебе нужна моя помощь? Танки третья группа. Нужно, приказывай. В чем проблема? Время не ждет. Нужна моя помощь. Амулет защиты, это точно архмагу. Причем ауру беру я ему. Где опасность? Так. Кинжал мага. Угодно. Вообще лучше козлу кинжал мага передать, потому что он как раз прикапывает, и ему может пригодиться... Кто нарушил наш покой? Я постою, дождусь. Нужна еще одна сорочка. Грейд на сорочек нужен. Здесь, наверное, еще парочку танков. Причем танкам надо доделывать грейды. Здесь свиток. ХП. Причем один свиток передаем Архмагу. Сапожки. И идем убивать. Дима, конечно, такой. Когти плюс 6 продаю, чтобы была возможность приобрести что-нибудь ценное. Например, маску смерти. В данный момент она может зайти неплохо ему. Тут сапоги берем. Не так быстро, котик. У нас был по соседству... Давайте к Андеду. Там и танки хорошо, и я знаю, что у него две наги, точнее, нага и красавчик. В общем-то, с ним более-менее понятно должно быть. Единственное, что хотелось бы ферму здесь запилить. Давай просто сюда иди тогда, друг. С дровами. Еще парочка танков выходит. Это для того, чтобы проще... Ой, тут еще не закреплено. Ну-ка. Жалко, что маска не позволит... Не позволит атаковать воздух. И так прорвемся. Главное... Всеми, кем можно, атаковать дракона большого. Делаем грейды дальше. Дима молодец. Под Бладластом брякеры перекинули. Надо Диму отвезти сейчас будет. Что-то Дима не отвелся. Все, Дима пятый. Не так быстро, котик. Хилка нужна. Нужна моя помощь. Приказывай. Исследование завершено. Да будет так. Ну же, приказывай. Еле-еле там Архмаг. Справился, королевская корона у него. Чего хочешь? Диме пока просто особо нечего выкидывать, поэтому. Чего хочешь, Зайка? Так, давайте Архмага-то отправим, все-таки подлечиться, так быстрее будет. Если Шреддер, выходим из лимита, к сожалению, Шреддером. Берем сразу 5 рабов и идем сюда вот. Архмаг берет себе став и хилочку. Ой. Тебе нужна моя помощь? А здесь что у нас? Здесь Халфбрид. В чем проблема? Не так быстро, котик. В чем проблема? Очень странная у него армия, конечно. Ой, ладно, пусть рабочий отдается. Чего хочешь, настал. Не так быстро, котик. Наконец. Ну я Бёрн, я вызываю, тут вызываю. Вроде как работаем, но... Он по кастерам работает. Сзади орк, я телепортируюсь просто. Не так быстро, котик. Где опасность? Приказывай. Чем я могу помочь? Теперь необходимо восстановить танк, подлечиться регеном, купить ТП. Да, это не очень хорошо получилось. Не очень хорошо. Беру ТП. И еду снова к Андеду. Ну, потому что надо. Половину на Innerfire пойдут. Надо от брякеров еще избавиться. Тебе нужна моя помощь? Не так быстро. Гарх уничтожает. Форсир первого левела. В чем проблема? Так вообще Innerfire надо, наверное, отменить, потому что здесь некому. Ну, хотя нет, нормально.
Ой, Дима, 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 живи. Давай свиток разок изнем. Вроде все ок. Единственное, что Дестро есть, это меня... Что вам угодно? Наконец-то! Да, Диму нужен сарбой. Хилку ставлю на всем. Нужна моя помощь? Давай, свиток еще один. Ой, Дима, 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 аккуратненько, аккуратненько. Нет, у него... Стафануть, не стафануть. Не, не надо стафануть. Где опасность крови? Не так быстро, котик. Можно выкинуть и передать ему бутылек. Так будет правильно. Всего-то. Что-то сорочек с пристами нет. Нет покоя в наших лесах. Не так быстро. Брейкеры сейчас здесь отдадутся. Тебе нужна моя приказа. Ну же, приказ. Это здорово. ТП, повторюсь, если что, есть. Быстрее! Ну же, приказ! Опасно! Ну, Дима злой. Да, Дима злой. Не знает, настал. Где опасность? Мы должны действовать. Просто очень-очень злой. Ну и благодаря ауре, в общем-то, Архмага тут нет покоя в наших лесах. Уходит. Чем я могу помочь? Уходит очень быстро. Ну, в смысле, вызывается очень быстро. И там энты, и прикопка, в общем, все тут. Димка сейчас здесь будет шестым. Архмаг с третьей аурой. Спасибо за игру, ГГ. Надо сейчас взять обязательно рабочих, которые добывают лес, скажем, на верхней базе. Поставить тут базу. Дима шестой. Не так быстро, Костя. Так, он ливнул. Чего хочешь? Я хочу сбегать, во-первых, в центр. Тебе нужна моя помощь? Чем я могу помочь? Перебор с кастерами. Не так быстро, котик. Быстрее! Нужны короны, нужны арбы. Чем я могу кто-нибудь помочь? Ранен? Не так быстро, котик. Кого убрать? Давай, сорочку одного креста. Нужна моя помощь? Димке нужно сапоги продавать и покупать короны, когти плюс 15, крови. Что-то такое. Медалька, инфернал, барабаны тоже. Быстрее! Черт. Наконец-то. Это все, ну, частично я передам проблема? Другому герою. Ну, ауру, инфернала спокойно, два слота чем освободим. Поедем сейчас на орком. Нужна моя помощь? Мы должны действовать. Не так быстро. Приказывай. Чем я могу помочь? Так, что-то я нагло, конечно, иду. Что вам угодно? Быстрее. Давай сюда инфернал тогда закинем. Ну а чего нет? И ультуем сразу же. В чем проблема? Можно диспелить. Ну и давим. Не знает, еще энты. Где чего хочешь, да? Танки спокойно проламывают. Базу единственное, что нужно, доделывать грейды. По КД вызываем там элемов всяких. Чем я могу помочь? На хил переключаю приступ, потому что там явно он начинает закидывать уже. Здесь надо стасиса убрать, отдиспелить. Ну же, приказывай. Что вам угодно? Приказывай. Кто нарушил наш покой? Все нормально. Приказывай. Закалимтор. Природа не знает. Палыч убиваем. Он телепортируется. Он уходит просто отсюда. Здесь ставим новую базу. Помним про то, что снизу еще есть одна база. И в принципе надо сейчас лимит. Чем я могу помочь? Лимит потихонечку очищать. Вот от брейкера избавиться, найти еще рабочих, которые все еще добывают лес по непонятным причинам. Вот тут 4 раба.
Не так быстро, котик. Опять же, самое простое это... Быстрее! Ох, тут еще грифоны. Так, приказывай. Третья панда укипывала. Приказывай. Быстрее. Я думал коня сначала прикопать, но потом подумал, что будет... Природа не знает. Сейчас надо было коня, конечно, копать. Клинок. Где опасность? Крови. Вопрос времени. Сейчас я танк отдам. Ну же, приказывай. Природа не знает. В чем проблема? И освободятся ресурсы на трех новых рабочих, так скажем, да? Не забываем вызывать по КД, прикапывать там все, что можно. И все. Ну же, приказ. А, закупки точно не хватает. Ух ты, а тут оказывается у нас вражеские танчики. Энты помогут. Что, Кастера хочет убить? Давай попробуем. Полиморф можно сделать, кстати. А почему нет? Архмаг 6, Кипер с Транквиллой. Тут нет, нечем Транквиллу перебить. Так быстро, кот. Поэтому вроде как живем. Да будет. Мы должны действовать. Хорошо, здесь осталось 3500, но все равно эти базы нужно занимать. Чуть-чуть я дальше, чем необходимо, построил эту нычку. Ну, я пошел. Добиваем, добиваем, добиваем. Тут кто-то ходит, Half-Bred. Пару вертолетов бы взять. Да в центр бы тоже сгонять, затариться. Тебе нужна моя помощь? А, и у него, скорее всего, вот здесь вот база. Он уходил туда рабочими все время. Сделаю заранее грейд на... Ух ты. На мортиры, да, на картечь, чтобы... Ну же, приказывай. В чем проблема? Ну, если ты настаиваешь. Так быстро, котик. Без промедления. Быстрее! Вижу, Half-Bred валит. Подрезаем у рабов. Проверяем, что здесь корона есть. Отлично, королей. И... Кольцо бы плюс 5. Ну, кольца плюс 5 не видать. Разводить танками маловероятно. То есть, просто массовый телепорт, если что, делается, и все. Единственное, что я бы сделал мортирку. Исследование завершено. Ну же, приказывай. Нет покоя в наших лесах. Во имя духа. А лучше две. Что вам угодно? Нужна моя помощь? Он магазин пинчит, видите как. Что вам угодно? Магазин жалко. Да, господи. Очень жалко. Хорошо. А, вон, хорошо. Нашел рабочего зато. Ну же, приказывай. Сейчас убью... Сейчас убью одного... Что вам угодно. Брейкера. Будет исполнено. А, хорош. Чего хочешь, зай? На нас напасть. Чего? Ой, все. Не, надо валить отсюда. Ой, там шестой таурен. Нужна моя помощь? Да, этот товарищ может. Телепортируюсь. Беру ТП, возвращаюсь. Не стоит сейчас расслабляться ни в коем случае, потому что... Эти там таурены есть у людей. Что вам угодно? Забудет так. Нужна моя помощь? Сейчас настал. Это может быть проблемой. Что быстрее хильнуться, я лучше пропью. Здесь мортир очень много. Не буду телепортировать, слишком рискованно. Вообще, у меня армия неподходящая против мортир. Надо сделать курятников побольше. Чего хочешь, зайка? Один танк сюда пошли. Один так. Ну и остальные сюда. Тебе нужна моя помощь? Что вам угодно? Природа не знает. Ну же, приказывай. Вопрос есть? Не так быстро, котик. Подрезал мортирку одну.
Чего хочешь, зайка? Да, господин. Делаю курятники. Потихоньку. Надо с базами что-то тоже порешать. Вот с этими базами разобраться. Тебе нужна моя помощь? Добить Халфбреда, да, и вот... Ой, я понял тебя. Ну, если ты настаиваешь... Нужна моя помощь. Надо нас наказывать. В чем проблема? Ну же, приказ. Нет покоя в наших местах. Где опасность? Как? Во имя духа. Мы должны действовать. Ну, вот надо просто иметь возможность грифонов сделать. Хорошо, приказывай. Иначе получается хрень какая-то. Ну же, приказывай. Быстрее. Ладно, я поехал. Приказывай. Да надо ехать. Надо прикапывать и мочить. Ультовать, не ультовать, не, не ультовать. Золотой рудник обрушился. Напьемся. У него массовый ТП, видите, тоже. Укипывалом. Чем я могу помочь? Мы должны действовать. Вышки по карте поставлены. Стрея. Делаю курятники. Да, надо сейчас собраться, поставить здесь базу, во-первых. Да. Потом пойти вот здесь вот базу поставить. Не так быстро. Надо, чтобы... Ну, вы понимаете. Чтобы прогресс был. Что вам угодно. В чем проблема? Чтобы деньги прибавлялись, несмотря на то, что проходят размены. Приказывай. Ух ты, Халфбред добывает. Приказывай, приказывай. Надо постоянно вызывать энтов. Постоянно, просто непрерывно. Потому что маны все равно хватит на всем. Убивать у него вот эти вот нычки все. Кипфола при этом. Не так быстро. Еще мочить. Причем, скорее всего, сюда ты надо зайти, да? Да, кипфол синий. Тебе нужна моя помощь? Пару грифонов делаю. Нет, не пару. Не достроился, что ли? Мой клинок жаждет крови. Ну же, приказ. Природа не знает усталости. Быстрее! Так, вызываем раз. Не так быстро. Делаем слоу-слоу. Тебе нужна моя помощь? Он сзади. Чего хочешь, зайка? Быстрее! Я просто надеюсь на ТП. Здесь оставляем так, тут так, тут так. Быстрее! Что вам угодно? Приказ. Еще В. Тут заходит Кипвелл. Делаем массовый ТП. Сюда вот. Сейчас насами. Природа не знает. Не так быстро, Кость. Ждем приказаний. Я... Клинок жаждет крови. На нас напали. Я пытаюсь убить мортир как можно больше. Ждем приказа. Чем я могу помочь? В чем проблема? Убил, он убил. Наш город осаждают враги. Не так быстро, Кость. Здесь вот тоже беда. База убивает у меня. Не так быстро. Да, опять работать. Надо телепортироваться, на ТП я еще не готов. Да будет. Здесь еле-еле выжил. Хорошо. Надо атаковать снова. Настал. Но мортира есть. Мортира, правда, не то атакует, но она есть. Она типа работает. Чего? Здесь 10 косарей в базе. Ждем приказа. Золотой рудник. Еще один грифон. Мой клинок жаждет крови. Тоже правильная штука. Заходим сюда танком. Мы должны действовать. Опять работа. Добываем. А что по грейдам на воздух? А, на воздух я вообще пустой. И третьего грейда на армор у меня еще не было. А твой, ну, короче, главное сейчас сильно не лезть наверх, потому что я помню, что там есть... Помню, что там есть. Ну же, приказ. Где опасность? Час настал. Товарищ с этим стауреном. Чем я могу помочь? Блин, кастеры такие глупые. Здесь что? Здесь бьем. Не так быстро, котик. Быстрее! Ну же, приказывай.
Пользователь Чеснел активировал премиум на ваш канал. Чего хочешь, зайка? Спасибо. Убиваем эту базу. Добываем эту. Вызываем энтов. Тут еще борьба идет вовсю. Чем я могу помочь? Не буду я тормозить, сразу телепортируюсь сюда. Он, правда, здесь на мейне у меня. Но я сначала телепортируюсь сюда, глядишь, из чего успею, не успею. Надо телепортировать сюда. Блин, Касл жалко, он убьет все равно Касл. Да, ни за что я Касл отдал. Реально, ни за что. Жалко. Очень-очень жалко. Чем я могу помочь? Приказывай. Надо восстановить в любом случае здесь мейн. Хорошо. Ну, потому что тут много... Хотя нет, не нужно восстанавливать мейн. Это глупость, потому что у меня всегда есть массовый ТП. Что вам угодно? Чего хочешь? Давайте тогда телепортируемся поближе вот сюда. Чем я могу помочь? Вижу дирижабль. Вижу, база заканчивается. Надо здесь укрепить. Поставить нычку. Потому что у меня нет вот этого самого перевалочного пункта, который бы очень помог. Калбред все пытается достроить там базу. Здесь не подобывать лес, иду в другое место. Золотой рудник скоро иссякнет. Чего хочешь, зайка? Группируемся. Наконец-то! Что вам угодно? Я лучше заранее сделаю ТП. Не так быстро, котик. Здесь нельзя строить. В чем здесь нельзя строить. Приказывай. Не осаждают враги. Так, и он идет, да? Ну же, приказывай. С хавками идет. Золотой рудник обрушился. Ладно, поехали. Нужно ультовать. Нужно прикапывать. Нужно просто... Ой, вот это плохо. Свитков нет. Транквилу давай юзай. Я это заказываю кастеров, которые здесь явно умрут. Бьют козла, надо лечить козла. Есть стаф у козла. Кто нарушил наш покой? Природа не знает. Козел там молодец, работает. Вызывает. Тут тоже вызываем. Вот там у него пустой архмаг. Или архмагом. Природа не знает. Быстрее! Черный глаз! Да блин. Так вот. Ну вроде все. Постройка завершена. Приказ. Yes. Закажу еще три танка, конечно, три танка. Конечно, три танка. Чего? Ну, я пошел. На что же? Так, пристами. Хотя нет, пофиг, не надо ими атаковать. Кто нарушил наш покой? Надо поатаковать панду, чтобы она не вышла из этой... из этой комы. Перевести рабочих сюда. Кто-нибудь ранен? Кто нарушил наш покой? Панду убили. Тут транквилу еще на разок надо юзнуть. Здесь битва идет не на жизнь, а на смерть. Ну, я пошел. Мы должны опасовать. Технично отступаю под вышки. Как же мортиры все-таки в месяц, да? Чем я могу помочь? Природа не знает. Что вам угодно? Во имя духа. Да будет так. Час настал. Нужна моя помощь? Быстрее! Еще разок убиваем. Сейчас став, может быть. Наконец-то. Кто нарушил наш покой? Ну, приказывай. Тебе нужна моя помощь? На нас напасть. Еще сделаю престоп. Дима уже наполовину девятый. Кстати, ему можно и маляцию неплохо юзать. Кто нарушил наш покой? Потому что все равно маны дофига. Нет, козел!
Сжег козла. Сжег козла. Вот это поворот. Осаждают враги. Хорошо. На нас напали. Так, где справились? Хорошо. Клинок жаждет крови. Да. Что вам угодно? Чем я могу помочь? Ну, если ты настаиваешь. Чем проблема? Да. Хочу выкупить козла. Хочу поставить базу, например, здесь. Здесь девятый Дима. Надо мейн ему добить. Да, я хотел... В который раз уже хочу... А, у меня алтаря еще нет. Питфол пишет ГГ. ГГ, отлично. Фух. Ну, слава богу. Долго, 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 долго сражались. Сейчас будет попроще, во-первых, потому что освобождается... Сразу нет ближайшего соперника. Освобождается серия баз, в том числе и центральная. Чего хочешь? Пара 40 нужна. Грифоны нужны. Опять же, под это все дело. Алтарь нужен. Нужен алтарь. Для грифонов. Кто бы мог подумать. Сбегаю-ка я в центр. Здесь 5 рабочих, здесь 4, но пофиг. Денежка вроде как есть еще какая-то. Чего хочешь, зай? Добивать не обязательно, лучше вот сюда вот пройти. Готово. Чем я могу помочь? Так, где опасность? Природа не знает. Мы должны действовать. Что вам угодно? Как-то так. Да. Делаем грейд на Т3. Опять работаешь? Постройка завершена. Ох, что же здесь есть-то у нас? Ничего, кроме медальки, нет. Готово. Когти не те, медаль не нужна. Лимит очень-очень-очень плохой. Чего хочешь, зай? Все, хватит. Вообще, 44 штучки это уже перебор. Надо, кстати, было заказать 3 вертолета, посмотреть, кто остался. Half-Bred, понятно, Данпил. Ноби, скорее всего, последний. У него качанный Таурен. У него там все должно быть очень хорошо. Единственное... Чего? А кто он там был? Не помню. Приступим. Так, ССА мертв. Врубаю форсаж. Облетаю одним... Так, на связи. Здесь на всякий случай вдруг Half-Bred снизу Двас. И еще... Приступим. Еще вот так вот, более основательно. Врубаю форсаж. Ага, вижу Бору у Half-Bred'а. Так, тут Ноби. Ноби эльф. Чего хочешь, зайка? Час настал. Чем Но есть еще помочь? Орк. Так, Ноби фиолетовый, да? Ага, вот лес собирает. Чего хочешь, зайка? Убьем этот Ламбермил, потом сюда. Дождусь, когда будет касл. Здесь, кстати, грейд нужно было заказать пораньше. Тут очень странная база тоже. Ну же, приказывай. В чем проблема? Иннерфайр пошел. Не так быстро, котик. Что вам угодно? Телепортируемся куда-нибудь сюда. Превосходно. Я готов. Так, Ноби... А, у него комбинированные, то есть у него и орочи, армия есть, эльфийская. А, там рейнджерка была. Чего хочешь, да? Ох, опасно, опасно, ребята. Чем я могу помочь? Очень опасно. Надо уже строить заранее воркшопы. Да, господин. Хорошо. 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 Ну, мой клинок. Так, ССА Half-Bred минус. То есть остался Данпил и Ноби. Постройка завершена. Данпил синий, что ли? Нет, Данпил зеленый. Скоро иссякнет. Как же у него много тут всего. Чем я могу помочь? Быстрее! Куда летим? На взлет! А вот он. Борт на связи. Вижу. Чего хочешь, да? Я даже дождался наконец-то, когда доделался касл. Делаю еще немножко воркшопов. Мой клинок жаждет это крови. Ну же, приказ. Пару свитков надо взять. Но Таурен, конечно, с рейнджика я очень опасаюсь. Прям очень.
Да. Здравствуй. Не спеши. Выбирай с умом. Там и Транквилла, и Мастер Пэй не будут работать. Можно, конечно, его попробовать разводить на ТП. Мы должны действовать. Приступим. У него вроде бы только такие базы есть. Бом-бом-бом-бом-бом. Хорошо. Ой, нет, плохо. Телепортирую сразу же. Ну все, минус все. Там еще панда, я панду не увидел. Так, а что мне нужно в такой ситуации? Брейкеры, возможно. Час настал. Пара престов все равно нужна. Ну давай старым дедовским способом. Быстрее. Поехали танками. Выполню любой приказ. Он уже здесь. Давай еще грифонов. Сюда точка сбора. Там Bloodlust как раз вот поснимать можно будет. Ну, что там? Куда, ребят? Что вам угодно? Да будет. Я чувствую, это Ориен просто сразу плотнеет. Так, сначала вот этого убьем. Природа не знает. Нужна моя помощь? Мы должны действовать. Ну же, приказывай. Ё-моё, как мы же больно. Мы должны действовать. Да, мой друг. Приказывай. Ждем приказаний. Не готов здесь вообще. Мы должны действовать. Он нарушил наш покой. Ну, вроде как нужно... Дурахана. Да это дичь. Город осаждают враги. Просто дичь. Приказывай. Ладно. У тебя есть маг, ты можешь избегать бит в лоб. Надо восстанавливать престов. Обязательно. Хорошо. Черт возьми, нигде не построят там. Я пошел. Хорошо. На нас напали. Золотой рудник обрушился. Да жесть, как она есть. Просто жесть. Надо переходить сюда. Тут грифоны никак. Это последний. Грифоны под Bloodlust'ом. Это очень хорошо. Наш город осаждают враги. Приказывай. Надо попробовать у него убить где-то продакшн. Так, давай-ка сюда телепортируемся просто. На нас напали. Просто тпшится. Раз, два, три. Наш город осаждают враги. Сюда так. Нет, лучше этими сразу сюда. Ой, ёп, парам. Да, это дичь. Просто дичь. Архмаг минус. Готово. Как-то все не слава богу. Быстрее! Нет покоя в наших кустах. Приказывай. Готово. Мы должны действовать. Еще парочка престов, пара брейкеров. Приказывай. Быстрее. Танки потихоньку едут. Не, мне нельзя восстанавливаться. Этого товарища. Надо в таверне его брать. Я к вашим услугам. Он уже здесь у меня. Штурмует. Готово. Давай. Мой клинок жаждет. Я несу исцеление. Чем могу помочь? На нас настал. Готово. Природа не знает устала. Выполню любой приказ. Клинок. Кто-нибудь ранен? Постройка завершена. Приказывай. Ну я пытаюсь. Приказывай. Архмаг сразу такой. В астрале уже. Козел тоже там же. Да будет так. Нужна моя бомба. Просто даже я инвул не успел завязать.
Дима, да, Дима типа тут держится. Что вам угодно? Так, козла закупаем. Блин, тут такая дичь. Ну я ультую. Что продавать тебе-то, господи? Да нечего тебе продавать. Быстрее. Приказывай. Так, дальше алтарь сюда. Давай на мейн сразу же к нему. Слушайте, а вообще брейкеры же хорошо зайти должны. Мы должны действовать. Их и переманивать как бы жалко. Быстрее. На нас напали. Да, мой друг. Молодцы, ребят. Вот прям точка сбора, как от бога. Да, мой друг. Козлика восстанавливаем так. Бабла нифига нет. Надо сейчас понять. Ой, я понял, понял. На что жалуетесь? Давай-ка телепортируемся просто сюда. Быстрее! Ну же, приказывай. Блин, у меня ТП нет. Надо сразу отсюда валить. Приступаю. Пока он это не прочухал. На что жалуетесь? Очень быстро. Маны не хватает. Дожили. Капец. Мы должны действовать. Что угодно. На что же? Сейчас мана будет. Быстрее. И увалим. До ТП, до сюда. 94 лимита. Очень печальный лимит. Очень. Что вам о, можно попробовать стпшиться сюда куда-нибудь. Да, но здесь уже все молодцы, да? Так, давай заблаговременно приготовим. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. А ты... Ой, не знаю даже, куда тебя отправить там. Ты тоже сюда и сюда, вот так вот. Магия будет моей. Что же, точка сбора обновили. Ну же, приказ. Грифон лишний. Козла ждем. Блин, такая дичь. Короче, никаких кастеров, только кроме номинальных на этот, на Inner Fire. В первую очередь Бёрн по Таурену. Ну же, приказ. Надо подождать, когда он проявится. Вот он проявился. Хотя вот давай тебя вот так вот добьем. Я буду охранять. Я хочу, чтобы он себя показал как-то. Я понял, где он находится. А вот он здесь, понятно, хорошо. Это я телепортируюсь сюда. А, ну он будет атаковать. Я понял. Я телепортируюсь. Что вам угодно? Да, мой друг. Ультуем. Нужна моя помощь. Кипер точно назад. А, кипер вообще не того. На что же они? Наш город осаждают враги. Нужна моя помощь. Давай ультанем. У него маны, кстати, нет. Что вам угодно? Приказывай. Так. Наш город осаждают враги. Мы должны действовать. Природа не знает. Урахана. Дима десятый. Приказывай. Панду убил. Так, срочно. Здесь много-много-много рабочих. Здесь заказываем двух престов. Заказываем еще три танка. Два. Телепортируемся с... А, ТП нет. Берем ТП. Телепортируемся сюда. Здесь отправляем танк сюда и сюда. Здесь отправляем танк вот сюда вот. Подставим несчастных этих. Так, здесь Близзард уже второй. Энф, пожалуйста, побольше. Естественно, нужна моя помощь. Наш город
Так, надо касл сделать. Но он убивает мне еще брейкером. Я делаю телепорт вот сюда вот. Ой, Сайленс, да. Нет, 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 нет. Ой, ну ты, Василий, конечно. Рабочими. Быстро, 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 быстро. Приказывай. Приказывай. Регеним. Покупаем. ТП берем. Золотой рудник обрушился. Город осаждают. Телепортирую снова. Чем могу помочь? Раз. Да, мой друг. Быстрее. Надо убить главным образом. Так, мы наберем хороший. Ой, маляцию я зря такую. Таурена прикапываем. У рейнджерки много маны, а на следующий будет. Только транквилом. Сайленс такой долгий. Ну же, приказ. Скоро у Таурена все будет. Мана будет. Озел пытается уйти. Так, еще пара сорочек. Слушайте, я его тут кинчу. Надо еще сделать танков, послать сюда. Ой, химеры. Рано я подумал, что я пинчу его. Не, ну телепортироваться вот сюда, вот скажем. Нет покоя в нас. Осаждают враги. А что здесь у нас? Здесь у нас химера просто убивает мейна. На нас напали. Мне опасно. Кто-нибудь ранен? Не так быстро, котик. Ну же, приказывай. Приказывай. Да. Я не хочу мейн терять, поэтому лучше сюда. Что вам угодно? Сперва отобьюсь. Ламбермилл нужно построить. Нычку восстановить. Еще вот здесь вот скажем. Нет, здесь не восстановить, конечно. О, вот это он зря, да. А где присты? Лимит хороший, лимит 80. Либо хотя бы парочку вертолетов запилить. Чем я могу помочь? Мы должны действовать. Беру эти танки. Да, господин. Здесь добываем, здесь добываем. Чего хочешь, зайка? ТП есть. Что вам угодно? Приступ. Золотой рудник скоро иссякнет. Осаждаю. Чего хочешь, зайка? Чего? Опять работа? Давай здесь поставим. Не так быстро. Еду в атаку. Тебе нужна моя помощь? Нужна моя помощь. Так, 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 ульта есть. Давай одного вертолетика сюда. Так, панду вижу сверху. Сразу идет сало, винные пары, дыхание. Прикопочком, блин, прикопочком. Очень плохая. Чем я могу помочь? Приказывай. Да, его реально много. Нужно, приказывай. Природа не знает усталости. Не стафанул. Нужно, приказывай. Быстрее. Ой, там все вообще у него. Просто все. А, ну не надо здесь сражаться. Без героя, и нычка-то все равно у него умерла. Архмаг, держись. Молодец. Теперь так, раз, два, три. А дальше так, раз, два. Дальше так, раз. И раз, два. Лучше, наверное, так. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. В чем проблема? А, не хватает престов. На нас напали. Да, господи. Очень сильно не хватает. Хорошо. Здесь хорошо. Так, опять так. Мы должны действовать. ТП. Моя помощь? Ну же, приказывай. Час настал. Надо его
отвлекать сейчас будет. И Архмагу дать ТП, потому что нифига не получается уже. Ой. Козел там как? Козел хреново. Чего? Мой клинок. Да, господи. На нас напали. Здесь можно поставить базу. Мы должны действовать. Надо джониться вот сюда вот, например, попасть. Клинок. Не так быстро. Ну же, приказывай. Тут вроде работаем. Нужна моя помощь. Нет, здесь телепортируемся просто. Чего хочешь, Зай? Ой, клинок. Чем могу помочь? И опять же, телепорта здесь нет. Понимаете, в чем беда? Если бы я сейчас был рядом с магазином, была бы совсем другая история. Чем могу помочь? Я буду охранять. Козел идет. ТП. А, у меня ТП был. ТП был. На нас напали. Да. Ну же, ага, батки. Мы должны действовать. ТП еще в кулдауне. Нужна моя помощь. Давай-ка сразу к нему на мейн. Раз он здесь. Золотой рудник обрушился. Кто-нибудь ранен? Да, приказывай. Мой клинок. Да, мой друг. Главное, чтобы неожиданно не залетело ничего. Чего? Борт на связи. Вот здесь хорошо. Мы должны действовать. Здесь перебор, поэтому сюда давай. Приказывай. На что жалуетесь? Нет покоя в наших лесах. Ну же, приказывай. Так, давай-ка сразу сюда. И вот на эту базу. Кто-нибудь ранен? Еще пара престов. Мы должны действовать. Золотой рудник обрушился. Сюда теперь надо подзаказать танки. Он снова телепортируется. Наш город осаждает враги. Где опасность? Час настал. На что жалуетесь? Наконец-то. Да, мой друг. Ну же, приказ. Я телепортнусь сюда. Кто нарушил наш покой? Как козлик. У него был. Кто-нибудь? Да было там все. Мы должны действовать. Там был блинк, я мог отойти. Да, мой друг. Готово. Час на нас напали. Я буду охранять эти земли. Я просто не успеваю, понимаете, не успеваю. Косматий поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Миша, возьми, пожалуйста, в следующую катку хавка. Ты же все можешь, я знаю, с ним интересно будет. Да, хорошо. Наш город осаждают враги. Приказывай. Он у меня уже рядышком здесь пенчит химерами. Так, грейд на вертолеты, денег уже не остается. Это основная проблема пока что. С лесом тоже особо. В общем, не все хорошо. Будет исполнено. Да, мой друг. Нужна моя помощь. Быстрее. Чем могу помочь? Что вам угодно. Не-не-не-не-не. Кто нарушил наш покой? Да. Мы должны действовать. Да будет. Да. Превосходно. На нас напали. Мой клинок жаждет. Так, здесь все что ок. Что вам угодно. Исследование завершено. Да будет. Да. Надо мейн ему покрошить. Что вам угодно. Вызываем раз, вызываем два. Здесь два танка. Ок, но непонятно, куда их направлять. Наверное, я просто разведку сделаю ими. Да, он здесь. Слушайте, а здесь же можно сражаться даже. Может, нельзя. Учитывая Мунвейла, я думаю, здесь нельзя сражаться. Ну, прыгай.
во имя духов. Архмаг должен стафать эту тему. Да будет так. Сам валить. Отлично застафал. Нужна моя помощь? Что вам угодно? У него нет. На нас напали. Так. Устанавливаю козлам. Нужна моя помощь? Давай танки только. Мы должны действовать. Ну да. Час настал. На нас напали. Мы должны действовать. Я хочу к Диме вернуться, чтобы... Наш город осаждает... Ну, чтобы можно было стелепортироваться. Короче, нужны только танки. Их как раз не... Ну, не так-то просто убить, во-первых. Не переманить рейнджерка, не засайленсить никак. Наверное, сюда нужно рабочими как-то идти. А он тут. Ладно, один танк оставляю вот так вот. Тут телепортируюсь. Что вам угодно. Так, мы должны действовать. Что вам угодно. Нужна моя помощь. Мне нужны воркшопы. Новые. Хорошо. Вместе с воркшопами нужны еще и... Короче, Дима может мочить. Ну же, приказывай. Дима может у всех просто бернить так, что мало не покажется. Нужна моя помощь. Приказывай. Ключевая база, которая у него вот осталась, это вот справа база. Быстрее. Нужна моя помощь. Будь я проклят. Дима один чемпион, понимаете? Один. Приказывай. Все, короче, надо забивать просто. Здесь ставится. Сюда отправляет вот так вот. Бёрн еще один. Да танки, только танки. Только танки. Блин, ничего нет. Ауру возьму. Перемещение. Надеюсь, там по козлу... Нет покоя. Козлу поможет. Есть воркшоп, воркшоп, воркшоп. Воркшоп. Мы должны действовать. Да. Ну почему ж ты не передал ты козлу, Вась? Ну, у козла ботинок еще нет. Я думаю, что он такой медленный-то, да? Жаждет крови. У него две добывающие базы. Кстати, вот одна центральная, другая не центральная. И надо именно их изводить. Так, телепортируюсь сюда, потому что там Таурен. Таурен это приятно, он, правда, телепортируется также. Я телепортируюсь назад. Наконец-то! Нужна моя помощь, нет покоя в наших лесах. Приказывай! Только танки, пацаны. Только танки. Могут меня здесь спасти. Так, 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 так. Да, господин. Чего? Если нападаем на ВД. Меня убьют. Мы должны действовать. Час настал. Да. Занимаем базу. Опять работаем? Да, господин. Хорошо. Приказывай. Контролируем, стараемся контролировать его. Опять работаем? Быстрее. Еще танки. Причем надо... Короче, нужно две точки. Две точки на атаку. Вот видите одну, вот видите вторую. Плюс есть мейн, за который он еще будет цепляться. Соответственно, мне в первую очередь необходимо сделать так, чтобы... Понятно. Чего? Хорошо. Готово. Ну ладно, давай телепортируемся. Мы должны действовать. На нас напали. Никто не нужен живым. Поехать сюда уже сразу же. Нужна моя помощь. Тихо-тихо-тихо-тихо. Кто нарушил наш покой? Я не знаю, будем ли мы сражаться или не будем. Мы должны за эту базу. Наш город. Но кажется, что нет.
просто вредным. Ну же, приказывай. Природа не знает усталости. Что вам угодно? Ну же, приказывай. Нет, построй моя жизнь. Как Калимдор. Я думаю, надо ультовать просто и всем. Мой клинок жаждет крови. Ну же, приказ, приказывай. Он телепортируется. Наш город осаждают враги. Делаем массовый ТП сюда. Здесь на базу. Здесь медведя убиваем. Тут танки тупят. Этих вот, эти два танка надо заводить и идти вот сюда. Заказывать еще танчиков, причем часть сюда. Часть сюда стабильно надо заказывать просто. Ну же, приказывай. Вертолет еще нужен. Быстрее! Что вам угодно? Он нарушил наш покой. Мейн, Михаил, мейн. Да, мейн. Еще вот здесь надо нычку поставить. Чего? Он видит рабочих. Я телепортируюсь заранее сюда. Поехали. Тут на магазин, на протектор один танчик. Что вам угодно? Проверим, телепортируется он или нет. Мы должны действовать. Не телепортируется. Это очень хорошо. За Калимдор. Следим за ТП. Быстрее. Главное мейн здесь убить. О, Турен зря пришел. Беги или сражайся. Приказывай. Рейнджиком на ТП сейчас должно уходить. Природа не знает. Здесь базы нет. Здесь база последняя, похоже. То есть центральной базы у него нет. Да? Это очень радует. Беги, беги, беги. А, вот оно как. Давай-ка сюда тогда. Дим, давай сюда. Надо помогать пацанам. Надо помогать. Сразу по мейну бьем. Ну, в смысле, по этой, по базе. Здесь на следующий ТП готовимся. Он нарушил наш покой. Ну, приказ. Еще заливаем. Он телепортировать сюда больше не может. Но я хочу увидеть, что он рядом, что движение есть в эту сторону. Приказывай. Мы должны действовать. Ага, он в центре вроде как. Тогда я телепортируюсь сюда. Вижу Химеру. Делаю парочку вертолетов. Пару-тройку вертолетов. А вот это я зря телепортировался сюда. Что вам угодно. Нет покоя в наших лесах. Да будет так. Пожалуй, ты... Ай, успел. Мы должны действовать. Наш герой... Разрешите взлет? Химеру. Дай пару пристав сделаем. Во-первых, три сюда. Два... остаются со мной. Ну же, приказывайте. Козла пытаемся так воскресить. Нужна моя... А это что такое? Ой! Вася. Ладно, убиваем у него мейн. У него остается что? У него остается ровным счетом практически ничего. Опять работа? Хорошо. Да. Практически да, ничего не остается. У меня, правда, тоже запасов особо никаких нет. Но, по крайней мере... Да будет так. Ну же, приказывай. Ладно, ультую, здесь надо отбиваться. Значит, Шредера с собой взял. Это знак. Телепортируюсь сюда. Ну что, жалуетесь? Ну а что там? Таурен мешает мне.
Встав, пошел. Да, мой друг. Чем могу помочь? Я с Архмагом лучше сюда вернусь. Через массовый ТПМ. На что же оно не играет? Ну, так приказ. Превосходно. Чем могу так помочь? На что жалуетесь? Будет исполнено. Да, но у него маны нет совсем. Ой, Архмаг, беги, ты чего? Просто беги. Кто-нибудь ранен? Быстрее! Да? Ё-моё, ну, мага сейчас убьют еще. А, нет, не убьет. Нужна моя помощь? Так, танки сюда, сюда, сюда. Да, здесь есть телепорт, что-то. Телепортируюсь сразу же. Будет исполнено. Кадо я убью, козел вышел. Еще приста спас. Ну же, приказ. Все нормально. Берем козла, берем танк, берем вот эти вот все танки наши. В количестве 6 штук. Идем сюда. Вроде бы у него в других местах больше ничего и нету. Архмаг регенится, берет ТП, лечится. Я его даже стафанул. Так, тут назад. Я не хочу все эти танки палить, на самом деле. Нужно дождаться, когда он будет... Мне выгодно сейчас вот в такой ситуации находиться. Настал. Только вот лимит не очень. Еще есть пачка танков. Может, вообще все вместе возьмем и в бой. Быстрее. Как только он выйдет со своей базы. Я тут как тут. ТП есть, ульта откатится. Ну вот, пожалуйста. Прикапываю, высасываю, вызываю, ухожу. Ну, это Минвул, он переманивает. Вообще надо прикапывать. Просто прикапывать. Чтобы прикопать, надо блинкануться. Золотой рудник обрушился. Мы должны действовать. Река на нас напали. Турена ловим, у него большой инвул. Забиваем на него. Сразу сюда телепортируемся просто. Сейчас рейнджерком. Подрезаем, вызываем так, вызываем так, вызываем так. Да будет так. Что вам угодно? Нет покоя, мы должны действовать. Ультуем. Убили ему. Кто нарушил наш покой? Близзард бы еще залить. Что вам угодно? Не знаю. Усталости. Мы должны действовать. Приказы. Кто нарушил наш покой? Ну, едем, убиваем. На нас напали. То здесь тут протектор сделался. Ах, успел ультаныс. Ну же, приказывай. Да, да, да. Еще пару престов. Надо обязательно Бёрна сейчас сделать, а то он полезет опять в атаку. Рейнджика пришла еще. Кажется, это его последнее здание, поэтому он очень сейчас... Панда минус. Прикапываю рейнджерком. Бёрн минус рейнджерком. Победа. Фух. На самом деле, Таурен, Панда и рейнджерк — это очень хорошие герои. Это очень-очень хорошие герои. И только из-за массового ТП мне удалось тут как-то выкрутиться. Что в лобешник, когда особенно у него там 100 лимита, а если... Может, кстати, и больше было, надо посмотреть по войскам. То есть химеры, бладласт, стасисы, хеленварды. Это было жестко. Ну, то есть в лоб я очень долгое время не мог с ним сражаться. Когда вот вся вот эта вот мишура ушла, другая...
когда остались вот только три героя, тогда уже можно сражаться. То есть есть прикопка, есть Бёрн, есть Самоны. Затащил, да, исключительно Архмаг с танками. Ой, стоп. Надо сейчас попробовать стоп-старт сделать. Хотя, ладно, давайте, чтобы не было... Запись не резалась. Чего мы в самом деле и в HD уже посмотреть можем, правильно ведь? Зато картинка, если ее развернуть, вы не отличите ее от настоящего Варкрафта, если вот в таком разрешении. Что там 60 FPS, там сумасшедший битрейт под 8 мегабит. Ой, хавка, ёппарес, это... Сейчас тогда регейм. Сек. Сори, хавк, я забыл. Хавк же хочет. Хавк хочет. Почему щит не врубал у Димы? Ну, разок врубил, потом забыл и все. Орки, как жалко. Мудрость ливнул, видимо, стрим палит. Он первым ливнул, в общем. Видимо, услышал, что сейчас регейм и хавка будет. Как-то очень-очень палевно. Очень палевно. Нехорошо так делать. Представляете, как спалился товарищ? Просто спалился. Да там, чтобы вопросов не было, я звук не успел вырубить. Понятно. Прохладно. Так, кого мы тут можем кикнуть? User 15. Такой просто стримопал. Ну, мы ждем look around пользователя. Вот и он, вот и Хавк. Сейчас будет мстить. На самом деле это фуфаж, в конце концов. И не факт, что ему попадутся хуманы, не факт, что попадутся правильные герои. Да-да-да, RZN 65, вот так и было. Да, два монитора, так хоп, и палевно. Стримопалы. Дайте мне эльфы, хочу еще разок хавку убить. А ему орков пусть развивается за зеленых. Ну я хочу эльфов сейчас. Андеды, блин. Я жажду служить, чего желает мой повелитель. Так, респ не очень хороший, но и не самый все-таки плохой. В клане ждут. Исполню с радостью. Первый вопрос, кто слева? Будет ли у меня база слева ранее или не будет? Но, судя по всему, мне надо будет за нее сражаться. Второй вопрос, кто справа? Третий вопрос, что за герои? Много вопросов возникает уже сейчас. Да, так, зигуратик построим. Здесь, наверное, даже я второй зигурат поставлю чуть ниже. Или второй зигурат вот здесь отвлепить. Понадежней, чтобы было. А кто там палит? Фараон X. Зачем ты палишь? В чате у кого что? Склоняюсь перед вашей волей. Больше так не делай, к бану летишь. Постройка завершена. Нужно больше золота. Даже в чат не посмотреть. Чего? Из-за таких умников. Так, Нужно построить зиккурат. Чего чтобы жила, запилить. Здесь не рубка. Да, здесь не рубка. Это не рубка, два прохода. Стройка завершена. Помогает защитить. Ну и поможет, я надеюсь, покрепиться. Где прольется. Но знаете, лучше кровь. Второй зиккурат уже сделать. Ваша воля исполнится. Вот так вот его сделать. Понятно, что хочется магазин, но...
Этот зиггурат даст мне еще земли. Постройка завершена. Пошел крипинг невзначай так. Нужно больше золота. Пожалуй, возьму одну гульку. Чтобы было кому добивать. На еду. Чтобы они побегали. Закажу еще одного Акалита, потому что... Гулька молодец, видите, что творит. Надо еще по Архмагу было атаковать. Чего? Потому что по нему с бонусом мы бьем с вами. Ну и, конечно же, надо построить было Магас. Чего же? Наверное, после второго финда. Нужно построить Зиккура. Постройка завершена. Ждем героя. Хорошего, надеюсь. Склоняюсь перед вашей волей. Вы звали меня. Давай, герой, ну выходи уже, пора. О-хо-хо! Варенька. Так, я лучше добью вот так вот. Огласите приговор. Варя. Ваш вердикт. Нужно больше золота. Не успею этого. Да свершится правосудие. Я взял этот. О, Юлия. Хорошо, что я хочу? Я хочу нычку поставить. Патма плюс эта хрень легко убивается на Т2, если не зафейлить. Даже с экспандом. Футмены с дефенсом против Варден не выстоят. Сетка хавки и все, и профит. И только я сначала закажу грейд на Т2. А потом уже там финды, остальные и прочее. Более того, я сейчас хочу еще сходить вот здесь вот на зеленую точку. Хотя это не надо было делать. Это рискованно, во-первых, даже если я его здесь встречу. Я его не встретил даже. Успел. Заказываю финдов. Нерубка есть. Дополнительная нерубка построена, но она что-то не дает ничего. Продаю, покупаю. Скелетов вызываю. Подходим, подходим. Подходим, подходим. Сейчас еще пару скелетов вызовем. Ваше решение. Жду указаний. Асфалано. Огласите приговор. Еще фин. Ваше решение. Асфалано. Суд будет быстрым. Вызываем. Исполняю приговор. Зиггурат еще один вот так вот делаем. Не, лучше, наверное, вот так вот. Асфалано. Ваш вердикт. Ваше решение. Ну а потому что да. Во имя правосудия. Сейчас голема покуснем. Асфалано. Потому что из него девайс Асфалано. Выпадает. Ваше решение. Рунные браслеты Закон хорошо на будущее, на мидгейм, так скажем. Здесь базу ставим. Ваш вердикт. Сейчас скелеты Огласите вызываем. Приговор. Я не буду на третьем левеле ничего качать, потому что не знаю, что мне понадобится. Огласите приговор. То ли патму фокусить, то ли футменов с дефенсом пробивать. Но я уверен, что надо... Не надо отходить сейчас далеко от мейна. Суд будет быстрым. Купить скелетов и даже пойти к нему. Потому что вполне возможно, он сейчас ставит базу слева. Вполне возможно, у него там грейд только доделался. И моя атака может принести какие-то плоды. Да, у него Т1. Магическая вышка. Я хочу магическую вышку убить и магазин заодно. Как он телепортируется? С чем вопрос? Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Ваше решение. Да, дефенс, надо брать ножи вторым. Он действительно хотел ставить базу. Огласите приговор. Есть грейд. Ваше решение. Ваш вердикт. Асфалано. Справедливость восторжествует. Ваше решение. Сейчас закажем второго героя, но это, кстати, не обязательно. Возможно, даже лучше сейчас потратить деньги на калитов, на первых, чтобы... Асфалано. Огласите приговор. Жду указаний. Ваше решение. Ваш вердикт. Исполняю приговор. Чуть под контролем. Жду указаний. Ваше решение. Огласите приговор. Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Огласите приговор. А что, у тебя ЧТП нет? Что ты такая смелая? Огласите приговор. Сейчас еще день начнется.
Ваше решение. Постройка завершена. Делаю героя следующего. Все, убиваю ему. Постройка завершена. Тут закончилась, ну, достроилась база, начинается строительство. Он реген успел пропить. Завершена. Ну, бог с ним. Не прольется моя кровь. Надо быстро обсидианку, надо убедиться в том, что еще одного калита здесь сделаем. Жду указаний. Огласите приговор. Перебили. Ваше решение. Закопку делаем, скелетов делаем, приговор. Обсидианку делаем. Сетку надо будет тоже запилить. Ну, подойдем сейчас магическую вышку, попробуем убить. Тем более, он, видите, строит как много всего. Асфалано, огласите приговор. Ваш ход. На нас напали. Я выпью. Ваш вердикт. Он окружает, что ли, тут? Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Блейдмастер. Я офигею, дорогая редакция. Вы звали меня. Да. Мне кажется, это успех. Ваше решение. Да свершится правосудие. Исследование завершено. Закапываюсь раз, закапываюсь два, беру обсидианку и все, и работаем. Жду указаний. Я в шоке, если честно. Огласите приговор. Ой, он бутылку выпил. Делаю грейд на следующий тир. Заказываю еще пару зигуратов. Ваше решение. Что прикажете? Блейдмастер неплохой герой, я слышал. Ваше решение. Пойду закуплю манки вардом. Ваше решение. Надо делать потихонечку. Вообще, может, надо его по-быстрому убить. Жду указаний. И очень быстро, очень быстро пойти в центр крепиться. Жду указаний. Да, но быстро его убить не получится. Ладно, забью тогда. Если что, стелепортируюсь, то добавлю зигурат. Понимаете, сейчас я эффективнее буду крепиться, чем его пытаться ломать, понимаете? Ваше решение. Ваш вердикт. Все ясно. Конечно, он может сейчас пойти ко мне, он может пойти слева нычку поставить, указание. Но по факту... Ваш вердикт. Так, давай с этим начнем. Завершена. Постройка завершена. Надо выходить из лимита, я полагаю. Асфалано, огласите приговор. Что прикажете? Блин, финда, жалко. Ушел. Ах, не ушел. Криты есть. Суд будет быстрым. Блин, жалко реально. Я жажду служить. Что прикажете? Блэйд еще такой. Стройка завершена. Закон это я. Да. Понятно. Огласите приговор. Жду указаний. Все ясно. Нужна древесина. Я понял тебя. Огласите приговор. Это еще один минус скрипинга. Халфбрайт, четвертый бист. Огласите приговор. Я жду. Асфалано. Огласите приговор. Он добивает. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Я попробую замахнуться на что-то более... А более простого нет. Закон это я. Ваше решение. Ну, опять есть другая точка, но она тоже, как вы понимаете, тяжеловато для крипинга. Ваше решение. Огласите приговор. Вы звали меня. Что прикажете? Ваш вердикт. Хороший выбор. Ваше решение. Делаю следующего героя. Что прикажете? Постройка завершена. Огласите приговор. Следование завершено. Ваше решение. Асфалано. Вы звали. Что прикажете? Асфалано. Так закидывают, так закидывают. Огласите приговор. Просто жуть. Что прикажете? Да. Да. Неголовкостью. Ваш вердикт. Ой, только не топай, ну. Что прикажете? Что указать? Хороший выбор. Асфалано. Какая жесть. Просто жесть. Огласите приговор. Ну, тупо танковать некому. Медаль храбрости беру. Сделаю еще финдов немножко. Ну, здесь приходит Юлия. Где прольется моя кровь? Ваш вердикт. Еще один блейдмастер.
Какая сумасшедшая связка. Такого никогда не было. Ваше решение. Указание. Все ясно. Что прикажете? Ваше решение. Ваш вердикт. Огласите приговор. Что прикажете? Сполно. Ваше решение. Живые выступают. Суд будет так, я телепортируюсь, пацаны. Что прикажете? Ну, указание. Блин, вот Юлия пришел опять. Вот поэтому я и, видите, особо не прокрепился в центре, с одной стороны. С другой стороны, видите, барсук пришел. С первым левелом, без ТП, ну такой фидоподобный. Зато похарасил, красавчик. Так, два блейдмастера. Почему бы это? Ваше решение. Два блейда. Огласите да. Приговор. Так, отменяю обсидианку одну. Там Асфалано. Беру ТП. Делаю грейд на атаку. Финдов опять я перестроил, но я люблю такие вещи, в общем. Финдов строить. Что прикажете? Надо его сейчас добить. Огласите приговор. Во имя правосудия. Я жду. Что прикажете? Хороший выбор. Недостаточно мало. Да, повелитель. Ваш вердикт. Да. Ваш славу пылающего. Что прикажете? Асфалано. Суд будет быстрым. Именем Сафана. Что да, убиваем. Я жду из вас. Убиваем потму, убиваем сорочки. Сорочек. Я думаю, сверху надо пройти вообще. Указание. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Что прикажете? Хороший выбор. Жду указаний. Тут, соответственно, что просто прикажете? Атаковать вышком. Да, повелитель. Что прикажете? Дальше да, попробовать забежать все-таки всеми. Слушаюсь и повинуюсь. Исследование завершено. Что прикажете? Да. Тут свиток можно юзнуть. Ваш ну, чтобы совсем все было по-доброму. И построить ему базу тут. Ваше решение. Экспы нормально он притащит. Прикажете? Даст мне за эту атаку. Блейд второй. Огласите. Правда, блейд всего лишь второй. Асфалано. Ваш вердикт. Варден футы ГГ. Так от чего ты лез там? Жду указаний. Суд будет быстрым. Чего желает мой победитель? Не совсем понятно, да? Так, мы предполагаем, что слева базы либо занята другим, либо не занята в принципе, но мне пока она не нужна, я хочу еще покрепиться. То есть мне нужны ботинки, нужно вот здесь вот драконов попытаться забрать. Сделать еще трех акалитов, доделать грейд на атаку, сделать... О, это двух акалитов не хватает. Гласите приговор. Я думаю, почему мне там не понадобилось достраивать после убийства? Я выпью их соки. Ваш так, ну здесь вообще даже выманивать не... Хотя надо выманивать. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Тоже ребята непростые. Асфалано. Да. Главное, чтобы сплэша было немного от дракончика. Подходит Фаерлорд. Гасите приговор. Книга опыта беру. Прохожу. Закон это я. Да, ну, это вообще там какая-то стрёмная армия, на самом деле. Ой, блин, надо же брать девайс. Не взял девайс. Жду указаний. Ваше решение. Что прикажете? Хороший выбор. Ваше решение. Да, повелитель. Что прикажете? Ой, Варя умрет сейчас. Наш герой. А, это Хавк. Блин, капец. Блин, это такой косяк. Я начал с ним сражаться, как будто с человеком, который... Ну так. Переконтроль. Это лукараунд. Так, ладно. На меня должно было насторожить, то как он при это самое. Так, элементали, СХ, Фейерлорд. Хелфбред тут. Что прикажете? Я. Да.
Должен был я, конечно, насторожиться. Халбред. Так, хорошо, давайте тогда Хавка, чтобы быстро не было, чтобы ни я не быстро не умер, ни он. Ну, он маловероятно, конечно, но мало ли что. Я пойду сейчас в другую сторону. Все поставлю, конечно, здесь базу, но... Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Да, видите, он хексит, фокус хороший кидает. Здесь базу поставим, что еду надо сделать. Пойду сюда, тут Хуман. Денег не так много, к сожалению. Три базы, надо больше. Сейчас четвертую поставим и попробуем Хумана взять. Тем более это Ноби с танками, он опасный сосед. Грейд на дистроф надо сделать против там Архмага и Фаерлорда у этого. А потом надо просто покусить ему Архмага и все, как только встретимся в следующий раз. Не Сахо, а именно Аэма. Пофиг там на лечение Сахи третье. Два блейда под с арбами его должны расковырять. Так, беру, продаю, покупаю, покупаю и идем вперед. Что-то делает тут еще. А давай сразу вот сюда вот с киндами пройдем. Я хочу вышки поубивать. Закапываюсь. А, у него здесь этот же. Он не контролит. Почему там? Так, сверху подходит. Ваш вердикт. Я перегруппировываюсь, чтобы ему было посложнее. Ага, у Ноби... У Ноби воздух. Воздух — это хорошо, на самом деле. Ножи, ножик, вижу достаточно много битых. Убиваем блейда. Давай свиток разок изнем. Вижу мортиры. Вот надо сюда пробежать. Огласите приговор. Просто нарезать мортиры все нафиг. Огласите приговор. И все будет попроще. Ваше решение. Били раз. А, здесь танки. Давай-ка так. Так, так, так. Так. Блейды побежали. Что прикажете? Здесь атакуем. Где прольется моя кровь? Несколько нерубок. Асфалано. Жду указаний. Во имя правосудия. Что прикажете? Склоняюсь. Я здесь еще базу не поставил. Чего желает мой победитель? И у меня нет леса. Согласите, надо хотя бы пару гулей еще заказать. Меня убили все тут. Убиваем Уноби. Дальше надо, не задерживаясь, идти, скажем, перед вашей стройкой, скажем, к нему на мейн. Что, а, там мортирки есть. Надо было сразу идти на мейн к нему. Не ждать, когда эту базу убьем. Ваш вердикт. Закон — это я. И надо двигаться быстрее. Скоро закупать блейдов. Ну, когда денежки появятся. Я видел там только... Где там, ну? Именем закона. Огласите приговор. Что прикажете? Ваше решение. Асфалано. Суд будет быстро. Вызвали. Во славу пылающего клинка. Отдай. Ваше решение. Да, придите. Да. Ну, я пробую здесь что-нибудь сделать. Я жду. Жду указаний. Асфалано. Что прикажете? Что прикажете? Что прикажете? Ой, наверху блейд какой. Попробую сделать вот так. Огласите вот. Огласите приговор. Убили. Хорошо. Варя шестая. И Ноби лежнул. Увожу ненужных пацанов. Заказываю
Еще пару акалитов. Здесь, соответственно, ключевая база, учитывая то, что хав до сюда дошел, надо ее в первую очередь отлично укрепить. Четвертый блейд. Закончилась у меня обсидианка одна. Рабочих. А, рабочих я убил. Давайте я тогда сгоняю в центр. Короны королей в первую очередь. Аурные девайсы очень нужны. Еще пара финдов. Сапоги очень нужны. Очень нужны сапоги. Есть чаша, хорошо. Есть большой амулет, но, наверное, пока не буду я его брать. Ауру лучше возьму, сапоги возьму. И вторые сапоги здесь прикуплю. Постройка завершена. Стройка завершена. Стройка завершена. Вот, эти сапоги, соответственно, в первую очередь варки надо дать. Постройка завершена. Тут в разных частях непонятные абсолютно финды. Здесь бить нечего абсолютно. Мне нужна шейда, мне нужен шреддер, кстати. Очень нужен шреддер. Жду указаний. Во имя правосудия. Так, ты пойдешь закупаться шреддером и остальными. Останавливаю ману финдами. Так, просто пока пауза. А что с лесом-то? Неужели 4 гули не, нет, гули не справляются? Давайте сюда их. А, вот еще один финт. Смотрим, если шреддер есть. Убиваем, соответственно, парочку финдов. Гулей пока что оставляем. Сюда за новыми сапогами бежим. Закупка ключевое. Ключевое. Жду указаний. Тихо. Так, это Кипфилл у нас. Кипфилл со стрёмными героями очень. В продаже трушот постройка есть. Завершена. Что прикажете? Надо кипело мочить в следующем. Чего здесь заказываем базу, здесь заказываем Sacrificial Pit. Дерева нет, нифига. Ну, сейчас гульки должны наладить производство. Тут немножко, тут надо много-много-много добавить. И нельзя ждать, надо идти вперед. Надо реально вот просто идти. Идти вперед. Ладно, иду закуплюсь варькой здесь. Последний раз бегаю в маркетплейс. Тут один зигурат, бог с ним, все равно он сам и не сможет. Грейд на армор. Ничего подобного. О, есть, все, грейд на армор. И Sacrificial Pit, который я так хотел. Что здесь, сало? Так, Кипвелл. Второй левел герои. Лимит хороший, но герои слабенькие. Я думаю, это как раз можно использовать для... Ладно, давай возьми так. Да. Ой. Тихо. Ты не видишь меня. Видит. Слушаюсь, я побежал. И повинуюсь. Данпил еще очень, очень битый. Короче, надо вперед идти просто и все. Постройка завершена. Склоняюсь. Просто вперед. Вот он данпил, например, да? Приходим, вызываем, работаем. Постройка завершена. Дестройер, если что, я могу одного поднять. Грейд второй на дефенс. Ваш вердикт. А где еще одна тележка-то? Постройка завершена. Асфалано. Закон, это я. Что прикажете? Блин, можно свиток? Свитка нет ни одного. Да, что прикажете? Ваш вердикт. Что прикажете? Исследование завершено. Ваш вердикт. Так он телепортируется, но теряю парочку финдов. Ваше решение. Что прикажете? Ваш вердикт. Надо добавить склепов побольше, побольше склепов. Сделать грейд еще на гарк. Ну а вдруг приспичит. Правильно? Никогда не знаешь, когда припрет. Так, там вижу
Вижу, вижу, словили очень хорошо, сейчас очень много XP. Работаем. Сделать, ничего тут не сделать. Ваше решение. Огласите приговор. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Они просто злые. Шестой Блейд, пятый Блейд. Да, повелитель. Солнышко. Что прикажете, маме? Огласите приговор. Есть один Акалит. Много склепов. Добавлю еще пару бон-ярдов. Отличные два новых финда. Мне кажется, надо просто избавляться от финдов, вкладываться только в героев. Сейчас я быстренько сгоняю, опять же, попробую затариться. Сапоги у всех героев есть, уже программа минимум, можно сказать, выполнена. Ваш вердикт. Не хочу я лезть пока без Блейда. Когти плюс 12 не то. Что прикажете? Ваш вердикт. Да, повелитель. Огласите приговор. Он останавливает героя. Можно, в общем-то, сюда зайти. Сделать вот так вот ульту. Словить это все безобразием. Ну, чтобы экспа пошла. Добить. А потом алтарь убить. Тогда Дантл, скорее всего, решит, что пора плевать. Что прикажете? Да. Что прикажете? Да, ультимейт очень хорошо там работает тоже. Постройка завершена. Алтарь убиваем. Ох, там Хавк может бесчинствовать. А, тем более у него Архмаг. А он кто? Он undead, да, то есть он не сможет так разводить. Хотя сможет разводить, если до некросов додумается. Сможет и с некросами разводить. Я снова побежал в центр, нужно все выкупать. У меня так и не получается прям все выкупать. Переключаю тележки, потому что они... Ну, не хватает маны на определенные, на восстановление ХП. Можно заказать еще парочку рабов. Ваше решение. Здесь... Я буду ждать просто тогда. Раз они ничего не завозят. Все равно Данпилу некоторое время придется убивать. Вызываю ультимейт. Медалька. Ну, можно медальку взять. Но без рыбы, как говорится. На самом деле медалька хорошо агильщикам подходит. Потому что... У них армора много. Там, семерочкам. Я бы сбегал на эту базу, чисто ему поубивал бы просто рабочих и восстанавливающиеся там всякие алтари и прочее. Тут пролетает Кипфел. Ох, амулет маны. Вот амулет маны я Варден заботливо притараню. Блэйд с третьими критами. Немножко копится. Хорошо, сейчас я просто передам Варке ману. Огласите приговор. Ваше решение. И вернусь снова сюда. Я жду. Жалко, медленно. Но надо добивать его, надо. Грейды. Делаем какие-то. Блейд бегает. Обсидианки лучше сюда, чтобы ману восстанавливать. Ваше решение. Что прикажете? Ваш вердикт. Надо больше разведки, пацаны. Надо больше разведки. Следующим Кипфелом дамочить. Ну, потому что у него герои такие, судя по всему, он дальше будет. Ну, то есть он следующим идет. Я хочу сделать разведку, соответственно, вот сюда вот. Чтобы понять, Кипфел там или не Кипфел. Жду указаний. Закон это я. Данпила добьем. Такие. Так, тут реинфорсмент. Таурен, панда, кипер. Ох, мне нужно, наверное, много вышек, по крайней мере, что касается центральной базы этой одной. Да, потому что... Потому что я должен буду вытаскивать за счет героев. Здесь сразу сделать грейт на Т2, на случай, если мейн того. Ваше решение. Здесь до сих пор ничего не появилось.
Ваш вердикт. Жду указаний. Смотрим Шейдой, ориентировочно Кипвелла, потом раз, два, три, четыре, пять, вот как-то так. Кипвелл, да, Кипвелл. Вот это ключевая база, она не защищена еще. Я подожду, сейчас должен появиться новый девайс. Корона Королей, отлично. Можно выходить из лимита, теоретически. Можно, кстати, взять Гулей еще на убой. Это 8 лимита, как-никак. Это может быть полезным. Тут незачем сражаться. Постройка завершена. Постройка завершена. Я прячусь блейдами. Постройка завершена. Постройка завершена. Он начинает резко укреплять эту базу. Постройка завершена. Совпадение, как говорится, да? Закон это я. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Он телепортируется. Все ясно. Что прикажете? Фигня, не телепорт. Золотой рудник обрушился. Хороший выбор. Добрый. Что прикажете? Асфалано. Ну я ультую. Золотой рудник обрушился. Гласите приговор. Надо вон туда куда-нибудь бежать. Гласите приговор. Ваше решение. Что прикажете? Во славу была еще клинка. По славу пылающего клинка. Убиваем форсиром. У него есть ТП. Но он его не вязает. Добью медведя. Стройка завершена. Восьмая авария с первым блинком. Так, теперь надо передислоцироваться. Занять те базы, которые... который я освободил спецом. Что прикажете? Жду указаний. Да, тут я не пробью. На мейнет у меня серьезная армия. Давай одного верма сделаем. Ваше решение. Гулик надо будет поубивать. Гласите приговор. Он воскрешает героя своего. Лича. Не успею его убить. А хотя... Он не расторопный, конечно. Мог подлечиться, конечно же, но решил почему-то этого не делать. Ну, не успел, скорее всего. Не успел. Убиваю гулей. Ради финдов. Ну, ясно, Данпил, не офигел ли ты? Видите, нельзя давать людям развиваться. Нельзя, ни в коем случае. Сядут на шею, ножки свесят. Жизнь за Нерзула. Он еще здесь развивается. Я жажду служить. Нельзя. Развершиться. Гласите приговор. Что прикажете? Когти плюс 15 возьму, естественно. Вот этого рабочего надо подрезать. Тележки тоже сюда. Данпел пытается восстановить. Ваше решение. Что прикажете? Давай-ка здесь пультанем просто. Да. Ну а чего? Склоняюсь перед вашим. Сразу следующая база. Так, тебе можно медаль, в общем-то, еще заменить. Где прольется моя кровь? Чего желает мой повелитель? Данпилан саммонит строение своим. Я жду следующих подарков судьбы. Что прикажете? Инфорсмент. Ой, не-не-не-не-не, Дэвид Блэйн, ты чего? Не надо, ты что? Я хороший. Точка сбора у меня нехорошая. А, вон он восстанавливает базу себе героя там. Ой. Представляете, вот дай только волю. Вижу фэсом. Ваш вердикт. Огласите приговор. Да. Что вы скажете? Побежали блейды. Ваша воля исполнится. Сюда пошли вот так вот. Ваш вердикт. Асфалано. Ваше решение. Что прикажете? Да. Очень быстро убивает. Слушай, что прикажете? По славу была еще. А, это иллюзия. Суд будет быстро. Молодец. Все, иллюзия. Жду указаний. Это развод, топовый. Ваш вердикт. А, Данпил здесь снова ставит базу. Исполню с радостью. Что прикажете? Асфалано. Приступаю. Да, повелитель. Да.
Снова за девайсами пошел. Здесь Шредер слишком далеко ушел. Возвращаю его на мейн. Лимит хороший. Здесь делаем три нерубки, остальное тэшки. Да. Пайп можно взять. Что прикажете? Полезнее будет пайп. Что прикажете? Ну и нападаем на эту базу дампила. Еще вот эту бы проверить надо. Что прикажете? Потом кипвела добить сверху, попытаться. При этом еще я хотел разведку сделать Шейдой, Шейда жива, у Кипфел, ну вот сейчас просто будем смотреть за ним. Армия так себе, то есть медведи, ну чего они сделают. Постройка завершена. Ну и здесь, видите, Дантл восстанавливается. Что прикажете? Хлебом не корми, дай отстроиться. Что прикажете? Варе я сбегаю домой, потому что... По-другому, судя по всему, мне базу не отстроить. Делаю ансамон нычки, передвигаясь на следующую точку. Несмотря на то, что баз много, я все никак не могу нормальный лимит построить. Опять ничего. Тут надо прямо отпиться. Парочкой. Парочкой бутыльков. Или одним все-таки хватит. Ваш вердикт. Одним ваше хватило решение. Бы. Давай вот так вот сделаем. У тебя все равно блинки есть. Что прикажете? Да, повелитель. Ваш вердикт. Вижу, что он идет. Кипвел. А, дампил ливнул. Хорошо, то есть справа мы закрыли вопрос. Закрыли вопрос. Проверим, сейчас это кипвеловская база или не кипвеловская. Reinforcement. Хорошо. О, эндуранс у нас есть? Есть эндуранс. А здесь кто? Здесь желтенький. Half-bred. А что, хавку убили уже, что ли? Да. Я буду твоими глазами. Ну, огласите, что приговор. Я могу сказать? Ваш вердикт. Плохо? Закон это я. Да не, нормально, чё. Пусть тренируется. Асфалано. Огласите приговор. Так, здесь у него базы нет. Завершена. До указаний. Шейда, ну что ж такое слоупок-то? Ну ёшки-матрёшки. Ваш вердикт. Пойду на периферийные. Асфалано. Вообще можно гаргами это все дело убить, но если б не орк, который слева. Жду указаний. Асфалано. Ваше решение. Но я надеюсь, что он слепортируется. Жду указаний. Асфалано. Ультую Варден, надо было это делать, конечно же, заранее. Он телепортируется. Ваше решение. Что прикажете? Ухожу в Виндвок. Огласите приговор. Блейдсторм, Блейдсторм. Ножи. Что прикажете? Асфалано. Что прикажете? Потом чисто в Лича, потом чисто в этого. Да, что прикажете? Финды, конечно, там падают, но мне, в общем-то, все равно на финдов. Да. У нее есть ТП, но я не хочу сейчас, чтобы он телепортировался. Я хочу побольше здесь поубивать. Это экспа. Варя 9. Что прикажете? Ваше решение. Что прикажете? Ох ты, нифига себе. Ой, ты не доконтролил телепорт свой. Он форсира доконтроливал, типа. Ваш вердикт. Натакуем, убиваем. Я думаю, что сейчас, раз мы с вами избавились от ненужного лимита, пух с ним, да? Застраивать я пока не буду, потому что... Суд будет быстро. Ну, потому что мне и так хватит, чтобы кипвола убить. А так, глядишь, отстроить, если что, я смогу. Поэтому убиваем у него периферийные вот эти вот две базы. Жду указаний. Ваш вердикт. Ну, там два блейдшторма было, зашло красиво. Я, конечно, потерял 8 финдов. Ну а к чему они вообще? К чему эти финды? Вообще ни к чему. Асфалано. Да свершится правосудие. Что прикажете? Ваше решение. Жду указаний. А что ты такой наглый-то, я не пойму. Что прикажете? Закон это я. Во еще имя себе правосудия. Вы видите, что творит? Будет быстрым. Все ясно. Совсем страх потерял. Во имя правосудия. Все ясно.
Закон — это я. Да. Что прикажете? Ваш вердикт. Огласите приговор. Ваше решение. Хороши. Что прикажете? Хороши. Справедливость восторжествует. Да, что прикажете? Жду указаний. Ваш вердикт. Я бы еще одну обсидианку запилил, но, боюсь, не хватит. Исполняю приговор. Асфалонов. Не хватит лимита, понимаете? Не хватит. Надо еще здесь два Блэйдшторма сделать по этим мунвеллам, а лучше пройти, наверное, даже... Ваше решение. Что прикажете? Что прикажете? Ваш вердикт. Уж лича забрать. Жду указаний. Особи маску купить, наверное. Ваше решение. Асфалона. Все ясно. Ну, успокойся, ну. Что прикажете? Ваше решение. Да, во имя правосудия. Все ясно. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Ваше решение. Ой, сейчас вот не надо. Сейчас давай телепортируемся лучше. Огласите приговор. Да, что прикажете? Да, я пустой, поварки пустой. Ваше решение. Мне надо все-таки второй обсидиан пилить. Не знаю, кого мочить, Шейдули или еще кого-то. Давайте я Шейдуа действительно пройду по центральным базам. Меня настораживает в первую очередь то, что там орк. И орк там нормальный. То есть он свободно развивается. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Асфалано. Жду указаний. У него проблем, конечно, нет. Ваш так, давай-ка еще разок. Так вот, продадим. Хилку возьмем. Во имя правосудия. Тут манка. Что прикажете? Ты беги за дива, а тебе да, нечего вообще. Что прикажете? До этого есть пара девайсов на продажу. Хороший выбор. А, нет, с орком-то проблем нет, там же еще реинфорсмент. То есть кипвелл это как раз меньше из трех оставшихся зол. Что прикажете? На нас напали. Ваше решение. О, отлично. До указаний. Из лимита вышел. Что прикажете? Кипвелла добить, дальше понять, что делать с реинфорсментом. И, ох ты, арба замедляющая. Я такой слоупок не взял ее. Да, повелитель. Арба хороша. Асфалано. Хотя бы одному надо было моему Асфалано. Арбу запилить. Да, да, повелитель. Жалко. Огласите приговор. Все ясно. Асфалано. Так, я предлагаю. Где прольется моя. Ну, базы эти скоро докачаются, крайне, и тогда будем выходить в центральные. Что прикажете? Как тебе плюс 9. Слабенько. Ваш вердикт. Что прикажете? Ваше решение. Да, да, закон — это я. Справедливость восторжествует. Жду указания. Ребята, успеете ваш по нему? Нет, не успеет. Все ясно. Из-за фростармора. Скорость перемещения влияет на дамаг. К сожалению. Наш золотой рудник скоро иссякнет. До указаний. Фактически две центральные базы мои, плюс еще три периферийные базы тоже можно будет занять, если я кипвала убью. Реинфорсмент, скорее всего, борется с как его там? С Халфбредом, да? Сейчас дождусь одного девайса. Должен уже скоро появиться. Я жажду жизни. Пойду я вот так вот порционно, да? И здесь на патруль поставлю просто. Появилось, появился. И тот девайс появился. Ух ты! Ох ты хитрец! Поехали. 25 косарей сохранено. Это очень хорошо. Прям очень. Здесь еще сделаю дублирующий грейд на следующий тир. Добавлю Слотерхауса против Бладласта Орка, например. Тут без мастер бегает Халбреда. Но он битый, видимо, у него какие-то проблемы в жизни. Жду указаний. А, ну вот Кипвелл, пожалуйста, пришел. Я жажду служить. Огласите приговор. Да, что прикажете? Ваше решение. Проверим еще верхнюю базу. Здесь нет ничего. 750 того не стоит. Рудник обрушен. Чего желаю? Ну и начинается. Асфалано. Да свершится правосудие. Согласите приговор. Ваш вердикт. Да брось, ну брось. Ну я ж не это самое не видел.
Закон это я. Что делаешь? Что прикажете? По славу пылающего клинка. Ваше решение. Что прикажете? Во имя правосудия. Милость восторжествует. Что прикажете? Он телепортируется. Что прикажете? Можно было дать дёру до его мейна. Ваше решение. Аспалано. Жду указаний. Я жажду жизни. Но слишком поздно пришла мысль, да и не факт, что она правильная была бы. Постройка завершена. Ваш вердикт. Постройка завершена. Я прольется моя кровь. Ставим еще центральную базу. Суд будет быстрым. То есть получается, ключевой останется после Кипвелла. Это реинфорсмент, да? Склоняюсь. Сейчас пойдет ко мне на мейн, скорее всего. Во имя правосудия. Випс, ну. Если поместишься, то моя кровь. Живые наступают. Жизнь. Здесь убивают акалитов. Да, что прикажете? Ваше решение. Справедливость восторжествует. Огласите приговор. Да. Я бы, конечно, ультанул, если честно. Да. Даже так. Слушаюсь. А лучше так. Указание. Что прикажете? Дай. По славу пылающего клинка. Ваше решение. Что прикажете? Что прикажете? Блин, нет. Солнышко. Да, при... Что указание? Да. Асфалана. Недостаточно мало. Да, прикажете? Стойка завершена. Слушаюсь и повинуюсь. Варя, за что? Ну... Хороший Варя. Выбор. Что прикажете? Да аркадился. Чего желает да, мой повелитель? Что прикажете? Постройка завершена. Солнышко. Постройка завершена. Жизнь нет, я жажду служить. Ваше решение? Где прольется? Убиваем его виспам. Денежка собирается. Маны нифига нет. Но он сейчас будет восстанавливать героя своего алтаря. Чего желает мой повелитель? Я жажду служить. Ваш вердикт. Ваше решение. Я хочу Лича попробовать подрезать. Что прикажете? Хороший выбор. Слушаюсь и повинуюсь. Жду указаний. Ну. Огласите приговор. Живые наступают. Твою налево. Что ж вы такие медленные-то? Асфалано. Чего? Да, да, да. Волки подрезают. 40 лимита. Это очень круто. Варя десятая. Во имя правосудия. Что прикажете? Если бы я еще за эльфов играл, чтобы с мануэлов можно было это все попивать, восстанавливать. Было бы такое счастье. Просто счастье. Ладно, поехали, попробуем ему забрать героя, который в таверне восстанавливается. Да, что прикажете? Жду указаний. Недостаточно мало. Все ясно. Да, да. Ваше решение. Жду указаний. Ваш что вердикт. Прикажете? Да, да, приведите. Постройка завершена. Наступают. Асфалано. Ваше решение. Что Асфалано. Прикажете? Постройка да, завершена. Постройка. Что прикажете? Ну давай. Ваш да. Да, есть, добили. А, там Дредлорд, правда, вышел. Что прикажете? Да. Что прикажете? Да. Ваш вердикт. Опять 25. Огласите приговор. Ваше решение. Ну я мочу. Живые наступают. Огласите приговор. Мочу ему алтарь. Решение. Мочу мануэлы. Исполняю. Может гарг сделать реально. Орк, андед. Я даже не... Давай шейдов сделаем миллион. Склоняюсь перед вами. Дофига у него бабла. Жду указаний. Что он восстанавливает. Так неплохо. На нас напали. Слотерхаус надо пронумеровать. Живые наступают. Именем закона. Золотой рудник чего желаю, я жажду жизнь за нерву. Ваше решение. Да хочется вернуться. Правосудие. Вы бы знали, как хочется. Вас...
Блин, у меня ТП нет. Я возвращаюсь. Сразу поймет. Что прикажете? Закон что это прикажете? Я. Ваш вердикт. Что прикажете? Ну. Что прикажете? Да. Блайды, они иногда такие медленные. Суд будет быстрым. Во имя правосудия. Да, что прикажете? Ну, Варден неплохо их компенсирует. Ваш вердикт. Девятый блейд. Ваше решение. О, реинфорсмент меня увидел. Ваш вердикт. Все ясно. Я жажду служить. Отличная, Мейнсвы побил. Тут, как вы видите, Кипфул продолжает харасить. Где прольется моя кровь? Хочу проверить другие базы. Ваш вердикт. Что прикажете? Огласите приговор. Что прикажете? Ваше решение. Чего желает? Ваш вердикт. Красавчик. Ваше решение. Слушаешь и повинуешь. ТП нет. Ваш вердикт. Да, пытается отбиться. Ваше решение. Умирает в очередной раз. Жду указаний. Исполняю приговор. Я думаю, здесь надо все-таки какую-то номинальную защиту сделать. Исполню с радостью. Потому что не только он будет угрожать стыночке. Я жажду служить. На нас напали. Огласите приговор. Десятый левел уже. Десятый. Ваше решение. Огласите приговор. У блейдмастеров. У этого только девятый. От молодого. Закуп неплохой. Халфбред, шестой блейд. Фигня, там еще какой-то бестмастер. Ну, в общем, реинфорсмент самый опасный. Как и предполагал. У него две центральные базы, он... Ой-ой-ой-ой, вот я и приехал. Что сделать-то? Что взять-то можно? Трушот? А почему ты миррор не сделал, Вась? Восьмой это урен, девятый... Так, там дестры. Нужны постройка против завершена. Него. Постройка завершена. Постройка так, завершена. Давай, постройка завершена. Асфалано. Да, он убивает эту базу завершена. Мне. Козел с инвулом, панда девятая. Твою ж налево. Постройка завершена. Постройка нехилом. Завершена. Просто нехилом. До указаний. Все ясно. Ваше решение. А, я еще героя не воскресил. Вердикт. Живые настройка завершена. Ваше решение. Вопрос в следующем. Имеет ли смысл сражаться сейчас? Ну, правильный ответ нет, но я почему-то хочу. Асфалано. Давай-ка еще. Остров тогда. Жизнь замерзла. Ваше решение. Ультуем. Огласите приговор. Асфалано. Ваше решение. Жду указаний. Постройка. Там он Холи Фрэнзи. Закон это я. Ваш вердикт. Да у меня лимит 62. Это не лимит, это недоразумение какое-то. Суд будет быстрым. Закон это я. Огласите приговор. Что прикажете? Все ясно. Во имя правосудия. Сражаться просто нельзя. А вот в такой ситуации я очень часто торможу. И вместо того, чтобы идти, например, к нему на базу, сюда вот, взять, просто ультануть тут ему. Что прикажете? Что прикажете? Где-нибудь внутри здесь. Я почему-то начинаю тупить. Что прикажете? Отчаянно. Да, то есть, ну, ты ко мне, я к тебе, ок. Огласите приговор. Давай. Ваш вердикт. С урами-то что делать? Этих не построишь. Ваше решение. Ваш вердикт. Что прикажете? Огласите приговор. Что а, у меня ТП нет еще. Асфалано. Ваш вердикт. Не, надо валить просто. На Кипфула уже забивать. Огласите приговор. Валить на защищенную базу. Ой, молодцы. Асфалано. Огласите приговор. Во имя правосудия. Прыгай, прыгай, прыгай. Только не стан, только не стан. Отлично, блин. Во имя правосудия. Я не уйду там никак. Ваш герой. Капец. Точка сбора, все вообще лесом идет сейчас. Что прикажете? Да, беру, варим. Кто нарушил закон? Шреддер сейчас закон проверим. Буду отпиваться.
реабилитироваться. Огласите приговор. На нас напали. Да. Масса дистроп. Асфалано. Ваше решение. Асфалано. Ваше решение. А лечиться будем, нет? Понятно. Ваш вердикт. Мега страта, блин. Особенно против орка. Так, хорошо. Значит, у него две центральные базы. Хорошо. У меня запас по деньгам здоровский. Герой чисто по уровню круче. Огласите приговор. Ну, ну не суетись. Тут просто и быстро. Все. Он все равно наломиться нормально не может. Ваш вердикт. Все ясно. Лучше инвул тут брать. Что прикажете? Что прикажете? Блейдом сюда. Ваше решение. Смотрите, гарк делать не вариант, потому что, во-первых, там панда, во-вторых, там козел. Любую землю делать тоже не вариант, потому что там таурен. Ну, собственно, и... Не-н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 е. Сейчас прикопает опять. Ну, после прикопки надо просто делать. Там козел вообще никакой. Вот козла надо мочить, просто мочить козла. Ну, еще верма одного сделать. Так, шредер тут подтупливает. Не знаю, где ему лучше собирать. Я его сюда лучше отправлю. Ваш верт. Что ты хочешь увидеть? Ваше решение. Я посмотрю. Халбред грабит. На Халбреда я точно не буду нападать. Мне главное... Стоп. Вот это вот уже ни в какие ворота. Так, что мне делать? Мне нужно убивать. Мне нужно убивать козла в первую очередь. Козла. Турена не трогаем, держимся поодаль, диспелим фигню. Сначала ультимейт на... Жду указаний. Ваш вердикт. Суд будет быстро. Огласите приговор. Все так, ясно. Верн, может выйти из лимита, ваше а? Решение. Кем? Асфалано. Ой, не знаю, давай вермами, наверное. Может, маздестрами все равно. Маздестры тоже хороши. Только парочку сделаем. Ваш ваше решение. Так, Варя, что ж тебе взять-то, господи, чтобы тебя так жду сильно указания. Не били. Наверное, ей нужно передать корону королей, на самом деле. Слушаюсь и повинуюсь. Да. Я буду указания. И идти к нему сейчас. Ваш вердикт. Асфалано. Во имя правосудия. Что прикажете? Mirror Image обязательно блейдами. Диспл по КД и на себя, и на... Ваше решение. Асфалано. Огласите приговор. Так, ну меня видит. Жду указаний. Ваш вердикт. Козел топ-1 целишь. Ваше решение. Ладно, поехали. Огласите приговор. Врываемся так, врываемся так. Ваш вердикт. Нет, 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 нет. Сайленс. Какой сайленс шикарный. Я телепортируюсь. Ваш вердикт. Жесть. Там сало влетело такое, что... Ваше решение. Закон — это я. Жду указаний. Твою ж дивизию. Ваш вердикт. Там просто Блейд ничего не смог сделать. Надо изначально заходить в битву с... Все ясно. Виндвокен, но он неожиданно телепортировался для меня. Что прикажете? Ваше решение. Опять не то юзнул. Жду указаний. Но зато вдруг понял, что мне нужен ТП же. Закон — это я. Огласите приговор. Ваш вердикт. Да, повелитель. Ждем еще пару вермов. Дестройеры, капец. Что прикажете? Еще манку надо затарить. Да, блейдмастером. Давай свиток еще. Жду указаний. Огласите приговор. Жду указаний. Что прикажете? Так, давай проверим в центре, что. Асфалано. Вот плохо ту верхнюю приговор. Базу отдавать ему. Очень Асфалано. Плохо. Жду указаний. Асфалано. Ваше решение. Асфалано. Огласите приговор. У него появляются первые гарги. Огласите приговор. Вроде против ножей это не такая большая жду проблема. Что прикажете? Так, давай сделаем так. А, у меня... У меня хоткей на мир ремейдж, оказывается. Ваш вердикт. Того. Асфалано. Огласите приговор. Вы понимаете. Ваше решение.
Скай Элизи вперед. Наш золотой узел. Работаем. Он телепортируется назад. Сюда-сюда. Блейдсторм, Блейдсторм, ножи, ультимейт. Там ножик в козла в какой-нибудь, свиток пошел. Диспл, 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 диспл. Тут виндувок. Козел, козел ультует, вон. Да, Сайленс, у меня дестройера, а я в прошлый раз Сайленс не юзал. Во имя правосудия. Ваше решение. Убили одного, убили... А, нет, панда ультует. Огласите приговор. Да. Убиваем. Давай, давай, дальше. Выходим из лимита. Огласите приговор. Что прикажете? Жду указаний. Да, да хватит с него, хватит. Надо то время встречать. Быстрым. Все ясно. Суд будет быстрым. Асфалонов. Да, что прикажете? Есть. Да. Жду указаний. Справедливость восторжествует. Все отлично. Выиграли. Да. Асфалонов. А, больше лимит пока строить не буду, ну потому что пока все и так хорошо. Он сдает эту базу, дает нам возможность, во-первых, поставить эту наконец. И. Закон это я. Все ясно. Суд будет быстро. Не выпускаем Акалитов. Все ясно. Огласите приговор. Что прикажете? Да, повелитель. Что прикажете? Жду указаний. Огласите приговор. Ну, я, конечно, много тоже растерял. Потерял двух вермов, потерял нескольких дестройеров. Но крутился там хорошо. Так, теперь, скорее всего, Орочи база слева уже давно-давно закончилась. Надо понять, есть ли его что-то в этой базе. До указаний. Огласите приговор. Ваш вердикт. Ну, осталось ли что? Осталось. Ну, немножко совсем. Ваш вердикт. Во имя правосудия. Огласите приговор. Ну и теперь возникает вопрос. Живые выступают. Молодец, рейдер какой. Золотой ржик собрет на чай. Наверное, лучше снизу укрепляться. Тут совсем немножко. Я занимаю последние добывающие центральные базы. Есть вермы, все ок. Огласите приговор. Можно сюда доскакать. Варикой. Что прикажете? Блэйдом закупаться. Ваше решение? Там Халфбред грабит. Я жажду служить, склоняюсь перед вами. Закончился, закончился праздник. Жизнью. Ваш вердикт? Куда-то он сюда побежал. Огласите приговор. Суд будет быстрым. Жду указаний. Пограбил уже все. А, вот, пожалуйста. Во имя правосудия. Сетка на меня. Исполняю приговор. Суд будет быстро. До последнего грабится. До последнего. Постройка завершена. Ничего нет, кроме Сайленса, которым я не умею пользоваться. Здесь делаем, не скупимся защиту. Потому что это полная центральная база. Полная центральная база. Постройка завершена. Жалко как. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Пойду восстанавливаю манку здесь. Шреддер, да, кстати, спаун. Он. Ну, я его вроде перенацелил сюда уже. Ваше решение. Закон это я. Все ясно. Постройка. Во имя выкидываем. Пропиваем. Постройка завершилась перед вашей волей. Здесь ок, ок, ок. Здесь жизнь тоже. Вот сверху очень важно, потому что это по сути последние базы с хорошим запасом по баблу. Огласите приговор. Хоть у меня имеется собственный жирок. Рудник обрушился. Но. Жду указаний. Суд будет быстрым. Постройка завершена. Стройка завершена. Йо, ПРСТ. Постройка завершена. Там гарги. Закон это я. Постройка завершена. Ой, господи, только не финдов. Я делаю финдов, ребят. Постройка завершена. 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 Ваш вердикт. Постройка завершена. Так, здесь надо еще делать. Он, скорее всего, на верхнюю базу пойдет. Постройка завершена. Делаю мир ремейк. Завершена.
Раз, Mirror Mage 2. Да, повелитель. Да. Ваше решение. Постройка завершена. Да, финды против панды и таурена. Это капец просто. Огласите просто приговор. Капец. Постройка завершена. Да, Мяу, я согласен постройка с тобой. Завершена. Асфалано. Постройка ваш завершена. Какие финды? Да а что еще делать-то? Асфалано. Вот реально, что еще делать? Я жажду служить. Я серьезно, ну вот как? Постройка завершена. Ваше решение. Ваши мне опции. Постройка завершена. Что прикажете? Да. Воздух делать против воздуха. Это такой трэш. Против 10-й панды, против 10-го кипера. Ваши это вердик. Меня просто похоронят. Постройка завершена. Заживо. Жду указаний. Постройка завершена. Ваш вердикт. Огласите приговор. Поэтому я делаю миллион никчемных финдов. И буду рассчитывать на то, что он тупо наломится. А вон он идет. Огласите приговор. Все ясно. Что прикажете? Во имя правосудия. Склоняюсь за указание вашей воли. Закон это я. Хорошо. Огласите приговор. Ну аккуратненько, ну. Нифига себе. Офигеть. Хороший выбор. Ваш вердикт. Живые наступают. Я в шоке, дорогая редакция. Ваш вердикт. Закон это я. А можно как-то все-таки стелепортировать? Спасибо. Да, Солиска. Да. Что прикажете? Жена. Блэй, давай-ка ты сюда. Конечно, вермы отдаются. Блэйд в первой группе, Блэйд не туда идет. Надо заказывать две обсидианки, точку сбора сюда делать. Всех восстанавливать в таверне. Да и они оба из стана не вышли. Просто оба не вышли из стана. Что реально надо было этих делать? Листров продолжать делать. Ну а нафига мне сейчас эти финды-то? Тех я хотя бы мог... Суд будет быстро. Недостаточно маны. Что вердикт. Прикажете? Да, да, повелитель. Огласите приговор. Недостаточно маны. Ваше решение. Не-не-не-не, опять прикажете? Сейчас начнется. Огласите приговор. Так, таурен падает. Завершено. Ваше решение. Я жар. Огласите приговор. Закон это я. Поднимается, собственно. Жду указаний. Илани, жду. Попробуем восстановить ХП, восстановить манку. Да дистры нужны были. Вот как ни крути, нужны были дистры. Ваше решение. Огласите приговор. Жду указаний. Ждут. Ваш вердикт. Жду указаний. Живые наступают. Это еще подхорашивает. Все ясно. Да, что опасно. Что прикажете? Что указание? Прикажете? Очень опасно. Я жажду. Я чиню зигураты. Наступают. Ваш вердикт. Бабла нифига нет. Асфалано. Дела не ждут. Да, сало для собаков. Да я не доконтролю его. Ваш вердикт. Да, это салом. Испылить надо было Silence. Да. Асфалано. Лимит драконов? Какой лимит драконов? Там одна панда этот лимит драконов убьет. Дыхание пары, накаяться и все, и ГГшечка. Огласите приговор. Не говоря, что там есть гарги у него еще. Жизнь за Нерзу. Так, ладно, я добываю. Какое-то время я добываю. Тут рейдер еще проходит халбредовский. Ты вообще тут... Я в шоке. Да. От людей. Ваш вердикт. Что прикажете? Есть иллюзия. Склоняюсь. Во имя правосудия. Прикопал. Суд будет быстро. Ваш вердикт. Вот, ребят, вот сюда надо было идти. Калбред харасит. Мне нужно восстановить еще половинку маны у Варден. Это раз. 100 лимита непонятно чего вообще. Вроде как если сплитить, то норм. С иллюзиями там зайдет.
Все ясно. Магаз бы еще сделать. Где прольется моя кровь? Вроде ставил магаз. Я жажду служить. Жду указаний. Асфалана. Что прикажете? Ой, ребятушки, ребятушки. Герои шикарные. Ваша конечно же. Так, давай-ка мы иллюзии проверим его базу сверху. Но здесь базы точно уже нет. Так же, как и у орка закончилось бабло. Ага, реинфорсмент издалека решил начать базу строить сверху. А, нет, он пошел в атаку вообще. Ваш вердикт. Указаний. То, что я люблю. Что прикажете? Ваш вердикт. Суд будет быстро. Жду указаний. Да. Ваш вердикт. Что давай, раз, два, три, да. Четыре. Да. Огласите приговор. Вот сюда вот протянем. Ваше решение. Асфалано. Постройка да. Завершена. Слушаюсь и повинуюсь. Что прикажете? Огласите приговор. Закон — это я. Ну что, может, полезем? Ваше решение. Суд будет быстрым. Закон — это я. Ой, это Уренушка. Так, давай-ка побежали сюда. Жду указаний. Шодочка. Вали, вали, вали. Ребят, ну а вы-то что, ну... Вы-то что, вы-то откуда-то все такие битые-то, не пойму. Асфалано. Жду указаний. Асфалано. Что прикажете? Прикажете? Огласите приговор. Давай еще дестроеров. Варьке плохо. Варька телепортируется назад к этому. Что прикажете? Ваше решение. Закон — это я. Лимит вроде есть. Асфалано. Время пришло. Ваше решение. Варюша, давай, давай, родная. А, у меня товарищ не в бензе был. Во имя правосудия. На нас напали. Все ясно. Ваш вердикт. Назад, назад, назад. Ну назад. Ну. Во имя правосудия. Да, повелитель. Огласите приговор. Асфалано. Огласите приговор. Жду указаний. Фигня у него, а не лимит остался. Давай что еще дестроеров. Ваше решение. Так, этот лишний. Асфалано. Во имя правосудия. Жду указаний. Его, кажется, там мочат. Что с другой ваш стороны. Вердикт. Отлично, 2 ТП. Асфалано. Всегда мечтал. Я жажду служить. Застрявшие финды. Тоже волей. Это что целая история. Жду указаний. Так, поднимаем, поднимаем. Дестроер, 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 дестроер. У меня гарк-то особо нет. Огласите приговор. Закон — это я. Раз, два. Варя, прыгай. Нет, все Варя есть. Телепортируется. Хорошо, мы тут поймали. Что прикажете? Закон — это я. Все ясно. Поймали, отлично, блин. Ваше решение. Живые. Депортируйся снова, дура. Ваш вердикт. Все испортило. Жду указаний. Транквилла там пошла. Ваш вердикт. Жду указаний. Ну, ладно, отбиваемся. Во имя правосудия. Все ясно. Что прикажете? Да двойной ТП. Я подумал, спасибо, что приговор. Эта база-то у меня последняя. Закон — это не я. Тут-то было. Все ясно. Исполняю приговор. Суд будет тут кипвал еще живой. Да свершится правосудие. Асфалано. Все ясно. Что в результате это получается? Асфалано. Варден без ТП. 100 абсолютно непонятного лимита. Ну как, он понятен, только Асфалано. Не совсем. Огласите приговор. Ваше решение. Закон — это я. Ваш вердикт. Во я не знаю, сколько у него осталось. Во-первых, кипел ливнул. Ваше решение. Все не знаю, сколько осталось у реинфорсмента. Огласите приговор. Я пошел, здесь вроде я база жажду добывает. Служить. Здесь тоже база вроде добывает. Где прольется вроде моя как кровь. Ваш вердикт. Ничего так. На всякий случай проверю эту. На всякий случай. Жизнь за Нерзула.
Ну, тут, видите, уже все. И он не зря с собой рабов брал, понимаете? Скорее всего, у него там все продано было. Остался минимум. Жду указаний. Ваш вердикт. Огласите приговор. Ловим гарк, которые летят подозрительно в сторону нашей нычки. Да, он здесь. Я телепортируюсь. Огласите приговор. Ваш вердикт. Вызываю Элизиум. Ваше решение? Да. Ой, а что здесь у нас осталось? Да, повелитель. Понятно. Суд будет быстро. Ваш вердикт. Вот он. АМШ накидывает и идет в атаку. У него лимита у него прилично. Ваш вердикт. На нас напали. Я жажду служить. Да свершится время наступает. Последний оплот. Варьки свиток этому товарищу. Блэйд, ну это такой смешной вообще, ну. Да, суд будет быстро. Все ясно. Что прикажете? Закон это я. Суд будет быстро. Огласите приговор. Закон Господи, это я. Господи, что, да. Что за армия такая? А, у меня тут орк на базе. Капец. Сфалано. Живые да. Красавцы. Да. Ваш вердикт. Да, повелитель. Во имя просто... Так, ну мейн я отдаю. Асфалано. Ваше решение. Как пить дать? Тут много баток. Четвертый алхимик, ну что это за вообще? Господи, что это? Что это? Ваше решение. Но я у тебя не могу. Стройка завершена. Стройка завершена. Ладно, надо двигаться быстрее. Стройка завершена. Что если я сейчас не пойду, то. Стройка завершена. Жизнь замерзла. То это может плохо кончиться. Указаний. Вижу его. А давай посражаемся, чего. Что прикажете? Да, 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 во имя правосудия. Суд будет быстро. Варден вижу. Закон это я. Варден не успевает после стана. Что прикажете? По славу пылающего клинка. Блэйды, давайте, критуйте, критуйте. Да, повелитель. Да. Да. Да, повелитель. Завершена. Хороший выбор. Что прикажете? Закончился. Инвул у него. Что я убиваю козла. Да, главное блейдов не потерять. Да, что прикажете? Что прикажете? Да. Что прикажете? И у него вроде нет маны больше. Что прикажете? Да, повелитель. Надо убить этих вермов. Тихо. И... Слушаюсь, ты повинуешься. Хороший выбор. Ой, блин. Точка сбора сюда. Варьку выкупаем. Сейчас надо обязательно назад вот сюда вот. Мне кроме дестройеров я делать ничего не могу. Я жажду служить. Ваш вердикт. Ну, у него тоже козел. Осталось там два героя, два верма, поэтому там был размен. Но размен-то мне не нужен, понимаете? Мне размен-то не нужен. Постройка. Ох, нет его этого. Я жажду служить. Нет склепа. Постройка завершена. Нет шредера. Ваше решение? Постройка завершена. Нет, соответственно, леса. Жизнь манка добывается. Я знаю, что у орка там бладласт и масса баток. Но с другой стороны, я не могу. Ой, хорош. Ваше решение. Асфалано. С другой стороны, я не могу. Асфалано. Все ясно. Ну, я не могу не строить просто сейчас. Ваше решение. Не строю. Это, по сути, единственный юнит, который мне доступен для начала. Ну и плюс там бладласт. Огласите приговор. Поэтому. Берем шредера. Переводим сюда. Ой, погоди, давай-ка отменим. Лучше и это тоже отменим. Понимаю, просто дестройеров. Устанавливаю ХП. Сколько чего там осталось-то? Халфбреда, понятно, у него герои похуже. Вопрос, скорее, что у Reinforcement'а осталось. Чего желаешь? Сюда бы еще парочку рабов. Я жажду служить.
склоняюсь перед вашей здесь волей. Да, он будет давить, я жажду до конца будет давить. Приговор. Ваше решение. Асфалано. Мне нужно закупать телепорты, ловить его. Жизнь. Ой, ну. Все ясно. Ваш вердикт. Ваше решение. Жду указания. Ой, там его много. Ваше решение. Раз, два. Телепорт пошел. Асфалано. Жесть, его реально много. Ваше решение. Асфалано. Я отдам верхнюю базу. Склоняю, наступаю. Не смогу ничего делать здесь. Да, повелите. Огласите приговор. Хотя жалко. Жду указаний. Конечно же. Огласите приговор. Там козел уже вышел. Козла инвола нет. Живые наступают. Одна эта нычка переходит в разряд. Причем надо с хорошим расстоянием строить зиггураты в разброс, чтобы это имело какую-то пользу. Из-за иллюзий Варе не хватает на лечение. Тоже ли? Огласите приговор. Ваш вердикт. Ой, твою ж налево. Надо диспелить, привыкать. К закопке, к сайлансу, все это диспелить надо. Суд будет быстро. Я никак не могу привыкнуть к корешкам. Асфалано. Все ясно. Ну или спел щилд взять уж. Жду указаний. Что прикажете? Да. Ваш вердикт. Он будет сейчас ставить верхнюю базу. Там дофига бабла. Что прикажете? Асфалано. Что прикажете? Постройка завершена. Плюс 15 меняем. С кольца, да, меняем. Слушаюсь и повинуюсь. Постройка завершена. Огласите приговор. Ту-ту-ту-ту-ду. Асфалано. Так. Постройка что завершена. Я могу? Постройка помним, завершена. Что еще орк соточка. Ваш вердикт. Постройка завершена. А он пойдет в атаку. Закон это я. Ультуем. Закон это я. Опять 25. Асфалано. Все ясно. Ну это дичь просто какая-то. Я вроде диспелю, вроде. Ваше решение. Вроде время нормально все. А хрен там. Жду указаний. Таурен прыгает. Решение. До свидания. Стройка завершена. Жду указаний. Что прикажете? Ваше решение. Стройка завершена. Асфалано. Амулетов спел щилд у меня, к сожалению, нет. Лечусь. Да, повелитель. Проверяю эту базу. Да, повелитель. Так, проверим что эту базу. Да, он строит ее, 100% строит. Что вопрос только в запасе. Что прикажете? Тихо. Твою налево. Ну это просто дичь. Асфалано. Ваш вердикт. Сайленс, прикопка и стол. Ваше решение. Что прикажете? Ай, боюсь, не отобьюсь я здесь уже. Даже за эту базу я не знаю, как сражаться. Жду указаний. Ваше решение. Склоняюсь перед вашей волей. Ваш вердикт. Что прикажете? То есть это вообще нельзя никого терять. Это я. То есть надо как-то подставить абсолютный фейк. Вообще абсолютный фейк. Левак полный. Ваш вердикт. Закон это после я. Этого как-то пробраться к козлу. Все ясно. Огласите приговор. Ваш вердикт. Так, давайте заезжаем. Ладно, иллюзии раз, иллюзии два. Ваше решение. Огласите приговор. Козел с чем у нас? Ну как раз с салом. Ваше у него еще спел щилд войдет. Тут инвулы у всех. Ваш вердикт. Что прикажете? Да, что прикажете? Что прикажете? Да. Гласите приговор. Ваш вердикт. Да твою ж налево, ну как так-то, ну? Что прикажете? Ваш вердикт. Вроде диспелил там все вообще в куче. Все диспелил. Огласите приговор. Она как стояла, так стоит, дура. Ваше решение. Все, уже и на ТП бабла нет. Ваше решение. У меня там сверху база. Видим. Мне надо посмотреть, научиться с ним воевать так, чтобы... Лаврик 666 поддержал ваш канал на сумму 1234 рубля ровно. Может, одну партию стрика. Стрика это... Партию стрика, может, старика или стрика, вин стрика. О чем речь?
Закон это я. Да. Тут идет очень жесткая жесть. Во имя правосудия. Я покупаю последний, пожалуй, бутылек. Склоняюсь перед вашей волей. Нужно больше золота. Нужно больше золота. Жду указаний. Огласите приговор. Вызываю ульту. Да. Делаю иллюзию. Жду указаний. Что прикажете? Ваш вердикт. Так. Ее собирает база сверху. У него герои такие, что надо... Надо постоянно все диспелить. Причем сразу в чистом поле я с ним не могу, потому что там гарги ваше есть. Решение. Огласите приговор. Надо сделать шейду. Чтобы он не видел иллюзии. Вари инвул. Да, Вари надо инвул взять. Скинуть, например, свиток к Блейдмастеру. Ваше решение. И попробовать взять инвул. Или амулетов спел щилд. Это лучше будет. Полезнее. Закон это я. Амулетов спел щита нет, есть корона. Жду указаний. Но корона мне не поможет. Суд будет быстрым. Ваш вердикт. Беру инвул. Жду указаний. Во имя правосудия. Все ясно. Суд будет быстрым. Вот и юзнули инвул. Закон это я. Справедливость восторжествует. Желающего клинка. Асфалано. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Давай. Ну. Давай, верма какого-нибудь. Что прикажете? Жду указаний. Давай сюда, сразу сюда. Ваш вердикт. Что прикажете? Ваш вердикт. Суд будет быстрым. Ваше решение. Исполняю приговор. Асфалано. Огласите да. приговор. Что да, инвул хорошая тема. Ваш вердикт. Чего желает мой... Делаю шейду. Жду указаний. Ваше решение. Ваш вердикт. Что прикажете? Да, слушаюсь и повинуюсь. Так, теперь у меня есть база, у него нет. Шейду взял. Гласите приговор. Что прикажете? Надо сейчас только героев закупать тоже. Только героев. Что прикажете? Ваше решение. Подходим, регенимся. Асфалано. Тут была шейда, кажись, вражеская. Ваше решение. Или пробегала мимо. А, сокол. Огласите приговор. Закон это я. Ваше попробую. Решение. Тут. Ой, твою ж налево. Во имя показалось. Все ясно. Суд будет быстрым. Ваше решение. Хреново. Огласите приговор. Ну, сейчас нападать. Делаю иллюзию. Жду указаний. Что прикажете? Все прикажете. Ясно. Ваше решение. Асфалано. Делаю ультом. Огласите приговор. Закон это я. Все ясно. Что прикажете? Что прикажете? Закон это я. Ой, Блейд умер. Просто Блейд умер, понимаете? Асфалано. Суд будет быстро. Просто взял и умер. Ваш да, вердикт. Повелитель. Да хрень полная выходит. Асфалано. Жду указаний. Асфалано. Надо восстанавливать Блейда, но он за это время мне всю базу убьет. Сколько там он стоит? 1100. Без Блейда, значит, сражаемся. Асфалано. О, батки прилетели. Огласите приговор. Орковские. Ваше решение. Асфалано. Ваш вердикт. Что прикажете? Ой, недолго. Что прикажете? Да, повелитель. Во славу пылающего клинка. Что прикажете? Слушаюсь и повинуюсь. Как ты меня видишь-то? Хороший выбор. Шикарно. Что прикажете? Огласите приговор. Живые. Закон это я. Жду указаний. Халява какая. Наш герой погиб. На нас напали. Живые наступают. А, и орк еще нападает.
Но с этим мне не справиться, пацаны, ГГ. Я думаю, что у меня... Хотя не факт, что первое. Не, первое место. Первое место, но... Но нет. Не получилось. Не удалось. Зато Хавка пережили, да, ведь? Пережили Хавка. Надо было побеждать. Но сложно побеждать. Все-таки. Надо было Шейду убивать. Где там ее найдешь в этой куче? Ульты блейдов не юзал вообще. Вообще юзал несколько раз. Поздно пришел, ты, наверное, не видел. Ну что ж, спасибо за внимание. К сожалению, не победил я в последней партии. Не победил. Но бывает и такое. Я старался. Увидимся с вами завтра. Кажется, завтра будет, будет продолжение коопа, если мне память не изменяет. По вот этой вот игрушке Warhammer, который Vermintide. Но, чтобы прям точно убедиться, посмотрите лучше в анонсы. Или... Или подписывайтесь лучше просто на трансляцию. Лаврик 666 поддержал ваш канал Старика. На сумму 1234 рубля ровно. Царя опечатался старика. Старика. Старика, видимо, да? Ну вот... Лаврик, учитывая то, что ты так два раза задонатил по косарь плюс, давай сделаем следующим образом. На следующей трансляции я начну с матча по Старкрафту. На следующий. Потому что сейчас поздно. Жена заходила. Спать хочет. Ужин готов. Поэтому простишь меня? Простишь. Отлично, хорошо. Ну все, спокойной ночи. Увидимся, надеюсь, что... Да в любом случае завтра увидимся. Завтра увидимся. И завтра будет StarCraft. Лаврику зафотоним пару раз кого-нибудь.